30-40%. А там уже сам считаешь, сколько ты их за день употребил. Понятно. Я вот взял пивка, Мохнат Шмель. Мне кажется, он мне поможет закрыть углеводное окно. Но есть особо упоротые способы быстро потерять вес. Это либо не есть. Не жрать углеводы вообще, только белки и жиры, либо там минимум совсем углеводов, но это пиздец. Это я не знаю, какую выдержку нужно иметь. Ты будешь, блядь, вялый, как кусок говна ходить. Приведи в пример, что нужно жрать, чтобы быть худым. А что здесь? Понятно, а здесь было всего 3,8 грамма углеводов. В пиве? Да. Так это на всю бутылку? Ну, не знаю. Не, на 100 грамм. А. Но, типа, если ты хочешь вообще жрать и при этом терять вес, то есть это такой грубый пример. Мясо, яйца, рыба, овощи, перегар, всё. Табак и щетина. Просто, короче, нужно количество еды сократить, и все. Нет, тебе не важно вообще чего. Тебе нет, это как раз таки важно. Нужно убрать углеводы, то есть сладкое и мучное в первую очередь. Ну, хлеб там каши, не есть все, вообще, все да. Каши. Ну, хлеб это же мучное. Ну да. Кашу убирать? Да. Денис. Это изи. Даже ее не едят, если хотят быстро похудеть. Кого не едят? Кашу. Кашу. Любую. Денис, я тут это стрим включил. Я видел диету, где ты питаешься 2 недели одной гречкой, причем даже без соли. И типа худеешь на 10 килограмм. Как ты можешь это объяснить? Вопрос в количестве гречки. Ну, то есть, да, опять, неважно это абсолютно. Там написано, что можно жрать, сколько влезет вообще. Пиздёж. Ну, если, допустим, твоя дневная норма калорий 3000. И нихуя себе. Я это как 2 кости. Ну не скажи. Ну, да. Мой знакомый ростом там 1,90 м, весом 100 килограмм, это его дневная норма. Ну, у меня, допустим, 2500 калорий, хорошо. Если ты будешь в день жрать 2400, неважно, чем ты их будешь набирать, хоть, не знаю, пончик сожри за целый день, и все, ты забил, типа, 2400, ты будешь худеть. Неважно, чем ты набрал эти 2400. А можно в бигмагах? Сколько бигмагов нужно сожрать на 3000? Не знаю. Не, смотри, может суть в том, что если ты, ну я чисто предполагаю, если ты жрешь одну гречку на протяжении 2 недель, то организм ее настолько охуительно усваивает, что она у тебя просто проносится, как торпеда, влетая в рот и влетая через жопу и не оставляет ни хера после себя. Ну а что, все смотрели шоу «Взвешенные люди» на СТС? Денис, спроси на стриме насчет озвучки, но я включил. Ох, нихуя себе! Я предупредил то, что пошел в этот момент. Когда я курил, наверное, да? Сейчас тебе 20 человек все распишут. Блять, почему-то в Google Chrome Twitch не такой, как. Да забей, что ты фиолетовый. Добавляй Серегу и пойдемте поиграем немножко. А Серега, ты готов уже? Ща я захожу. Мне кажется, инвайт просрочится, пока у меня загрузится картинка. Ну все, блять, пропало. Все, у тебя на стриме, я смотрю, за 4 человека, поэтому не знаю, кого ты спрашиваешь. У меня 24 человека вообще. А, 24. Ладно, вижу, обновилось. Я успею. Нет, мне пришли, я сегодня забрал с почты 3 американских картриджа для джинс. Первая лицензия для джинс моей коллекции. И сколько ты отдал за это? Ну что, ты готов, Серег? Yes, of course. Смотрел даже. Не знаю, 1500-1500, наверное. Всего за 3 картриджа с доставкой? Ну да, они без корпусов. А, ну, то есть платы? Нет, не без ну без боксов. А коллекционеры говорят неполнокомплектные. Ну да. И у Mortal Kombat этикетка немножко покосная. Остальные прям. А что за мортик? Третий. Самый клевый. Я поэтому взял. Так, чё-то, пацаны, ошибка у меня. Чё там, 4 одинаковых ника ты увидел? Ну, 4 или 3 там было. Не суть важно. Чё-то не скажу точно, мне что-то самому интересно. Тебе говорят, что ты охуевший еврей, 80 рублей за музло рубить. А чё, сколько надо ставить? 30 рублей? 15. Что 15?
Ну вот, короче. А сколько у Кулакова стоит? Он же там постоянно включает музло. По-моему, полтинник все ставят. Полтинник? Да. Ну давайте я полтинник поставлю, ладно. А чё, и как это вообще работает, система? Я, может, стрим заказывать. Я помню, как-то в Кунгуру забрел на стрим. Азаки ее слышит, эту музыку, или что? Ну или да, как? И надо... А, вот почему мы сливаем, блядь, потому что вместо того, чтобы игру слушать музыку, там сидишь, слушаешь. Так только на For Honor заказывали музыку, а в остальные разы там пару раз так было. А что, выбираем-то, зал с макетами или нет? Конечно, зал с макетами, что же еще? Да, самый клевый. Кто-то за аудиторию проголосовал, нет. Что за пидор? Это, не, погодите, мне интересно, а как это вообще хуйня работает? А есть потом... сайт Twitch DJ, на него кидают ролик с Ютуба. Вот. Ты там регистрируешь, привязываешь Twitch аккаунт. И оно проигрывается, как чувак заказывает. И вот. Чё, потом никаких нарушений лицензионных не происходит? Ну, если Twitch там насрать, это YouTube. Ну, Twitch, он режет просто этот. Twitch режет, да, звук он вырезает, конечно. А, значит, в записи не будет звука. В реальном времени там вряд ли что-то там режет. Не, в реальном времени в записи просто смотришь, когда там такие вот красные полоски под этим. Под плеером. Так, какие кнопки тут жать? Я все забыл опять. Этих в воскресенье смотрел по... Кого? День я смотрел про лигу. Так что я сейчас затащу. А, ну да, давай. Правда, там не было университета. Короче, спроси, Денис, вдруг кто скажет по поводу озвучки в Half-Life 2. Да, смотрите, ребят, короче, какая тема. Я тут решил 23-го числа, что надо бы трудности перевода начать делать. У меня вопрос такой. У кого-нибудь есть пруфы на то, когда вышла самая первая озвучка от Valve? Для Half-Life 2. Да, для Half-Life 2. Была от Буки, я думал, что это вообще единственное. Денис меня удивил. От Valve точно была, до Буки, но я просто не знаю, когда. Ну, я знаю 100%, что от Soft Club вышла... Какая-то версия, возможно, вообще без озвучки, а потом они позже выпустили. Может, даже в 2005 уже. Софт-клад нифига не выпускал. Я вообще не знаю, как это получилось, потому что издавали-то сначала они. Угу. Но они права, нет, наверное, купили. Чё, рашат? Окно около лестницы. Ебать, чё это? Так, ага, есть. Так, у меня за стеной прям. Двое. Твич дрон. Так, поставил. Поставил. В этот. Клеймор. Под окно поставил клеймор. Двое здесь. В силке. В силке возле окна. Ага. Что там еще один? Блин, 30 FPS. Какие вы неудобные. Есть еще один около окна. Угу. Противник пытается. Ой, блядь! Спрыгнул, Глеб. Ах, блядь, еще одна спрыгнула под люком. Под люка? Угу. Лайк заходит. Жив лишь один противник. Добавили графику в нулевый круг. Где еще один? Так, а я должен говорить это, да? А, вот он здесь. Около люка, по-моему. Покоцал. Ой. Будет выходить, скажу, блин. Красавец. Ну вот это эпично. Да. Не зря отдыхал полторы недели. Да мы за полторы недели один или два раза сыграли. Без тебя. И ни разу не выиграли. Не, было пару раз. На грани погрешности. Так. Так. Ну никто, короче, не знает про озвучку в Half-Life 2 и когда она появилась. Самая первая. Так. Ну университет, это, конечно, жопа полная, но без глаз не обойтись. Возьмите, кто там. Блин, вчера. Или когда был, да, добавилась вчера. Добавилась песня, сейчас. Были два полуфинала и финал. И там бразильская команда Black Dragons.
Короче, там один чувак просто вообще дикий какой-то есть. Вот у них он всю команду тащил. То есть там 4 якоря и вот один чувак, который всех тащил. Просто, блядь, вот, вот представляете, вот самых лютых задротов, которые просто... Причем, и он причем играл один, то есть он ни с кем не кооперировался, он сам себе как бы дронил, сам себе шел, как бы там за Эшку играл, либо за Валькирию в защите. Подожди, ты же про Пролигу говоришь. А? Ты же про Пролигу говорил. Да. То есть он не общался с тиммейтами, что ли? Нет, просто общался, я имею в виду чисто по игре, как бы он, ну... Был, что он в одиночку играет, конечно. Ну, тут, я не знаю, может, его взяли, ну, пригласили в команду, вы окей, я пойду сам играть в одиночку, а вы ничего хотите делать. Блять, нет, это пиздец. Эпс. Я двигаю мышкой, у меня полсекунды проходит, и потом только смещается прицел. Надо еще ниже графику поставить, на самый лоу. А сколько у тебя FPS? FPS-то у меня 60 написано, но прикол в том, что, знаешь, он рывками просто идет. Просто сильно загружен. Конечно, у меня рендер идет, блядь, на 60 FPS. А у тебя тут старая 7? Приоритет Vegas сбросить. Ты уж поиграть хочу. А сколько там рендера еще осталось? Да еще часа 3. С половиной. 40 минут на 60 FPS, это ой, как дохуя рендерит. А без игры-то побыстрее бы было? А я думаю, не намного. Ну, в принципе, да. И потому что я помню, 11-минутный ролик 60 FPS стоит минут 20 или нет. В трофеях есть. Так, и ДС-то тут есть. Блять, ну короче, его. Мы, значит, Толя. Мы поехали на стрелку. Давай к ты будем. Давайте придумаем что-нибудь. Мы же не задрот из бразильской команды. Вообще ни разу. Нет, все-таки кто-то. Я кто-то под любой едет. Убиваю. А, Макарошки спрашивают, вы слышали, что глаза понерфят, убавят урон, добавят отдачу. Надо будет 2-3 раза попасть, чтобы убить. Так и сейчас, по-моему, так же. Ну, по-моему, да. Ну, по-моему, 1-2 выстрела. Иногда ваншот вообще, не? В туловище. Ну, если мы... Блин, Глеб, у тебя что-то пиздец, рабовый. Да я сворачиваюсь. Давайте аудиторию. Поставь себе оконный режим без рамки. По-моему, он у меня стоит. Чё ты застыкал? Чё не выбрали? Ты когда всё сворачиваешься, у тебя окошко сворачивается? Вниз туда. Панель быстрого доступа. Сейчас посмотрим. Вот. Нет. Ну, то есть оно сзади остается за новым окном? Нет, сворачивается. Ну, значит, у тебя стоит полноэкранный. Если поставишь оконы без рамки, то у тебя... Ладно, я поставлю.
Но я только через оконные без рамки могу сидж захватывать. Разведбот врага нашел хим-контейнер. Ну, сейчас вроде получше стало, как я Вегасу приоритет убрал. У меня рендер, блядь, к 30-му числу закончился. Еще 5 секунд. Разведбот противника обнаружил контейнер. Что мы заделались, как долбоёбы. Ждем гостей. Смотрел ли я рейд 2012? Нет, не смотрел. Охуенный фильм. Сюжета ноль, но драки пиздатые. Просто божественные. А кто там играет? Азиаты какие. Ико Уайс там играет. А и чувак, кстати, еще из пятого, что ли, форсажа. Который там в метро... Нет, вот это что? Нигером удобно. Пацаны, здесь. Хибана режется. Откуда? Со стороны библиотеки, что ли, уже? Нас много слишком, дай-ка я... Вот здесь, на метке. Окно пропилили. Вот там заки окно пропилили? Ага. Касловск. Ну ладно. Кто топает? Мамка Андрея. Бля! Ебана в окне там висит заки. Ух ты! В котором? В том? Ну, туда, где ты, куда ты смотришь. Блять! Говнище. Чё там, висит, да? Серёга? Ага, да-да-да. Бля, она чё, простреливается, что ли? Кверх ногами. Ебать, вот это я божу вообще. Бля, меня не... Я обнаружили? Не, на YouTube я стримить не планирую. Потому что я не вытяну два потока туда и туда, скорее всего. У меня отдача очень маленькая. 50 мегабит скорость, но отдача там в 2 или в 3 раза меньше. Так, у меня одна укреплялка еще есть. Нужна кому-нибудь? Там твич дрон катается. Где? Бля. Ну, пацифиста. Смотрю, ты любишь рисковать. Да. А за сервис рестрима надо какие-то деньги платить? Если да, то я не буду его использовать. Глеб, подойди, Стенки, я тут гадики кидаю. Запрыгнула. Убил. О. Поздравляю команду. Всегда работает. Давно он там валялся. Да, слушай. Где-то в макетах, да? Ну да, там, а где люк. Для макетов. Ага. Я всегда туда кладу. Неплохо. Там всегда кто-то прыгает. Так, я хочу острых ощущений. Блин, это у Russian Badger в последнем ролике было по Injustice, кажется, что... Он говорил, мол, Капитан Холод — это баг из Rainbow Siege, только в пуховике или что-то вроде этого. Я вообще в первый раз Титан этого Холода вижу. Это, блядь, я не знаю, максимально уебищный персонаж. Нужно найти, я вообще не знаю, кто это, блядь, такой. Ну я вообще персонажей 5 из 10 знаю. Ну 10. Да, посмотрел Беджера, и действительно половина у них какие-то нихуя не колоритные, по крайней мере, с виду. Не, на самом деле у DC персонажи куда круче, чем у Marvel. Они просто там... они их хуёво раскручивают. Они там не колоритные, а калорийные. Там, блядь, вот эта макака, нахуя она, блядь, нужна? А, Горилла Грод? Да. Это типа враг Флэша, блядь. Который из команды G-Unit. Она типа какая-то сверхумная горилла. Да, 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 телепат еще причем. Как мамка твоя. Блять.
Дебилотство. Не хватало тебе этого, да? Да что ж ты? Я думал, вы там уже пробежали. Ну там, где Дениса убили. На первом этаже. Да, блядь, вы вас на одном и том же месте убивают. Ну что ж вы, я не знаю, как лемминги, блядь. Ну Денис пошутил, отвлек меня. Хлопцы. Шо? Они где? В макетах? Да, блядь! Сука. Так, точка где? Хуй знает. Да, ну нахуй. Заебись. Давайте что-то точку найдем для начала. Ну, они в макетах, я думаю. Ну, либо кухня, либо макеты. Макеты. Сейчас. Макеты? Так, немцы уебал копил-то. Привет, втором этаже. Динжавор. Да, вот она точка. Ой-ой-ой. Да что такое, что ты не отмечаешься? Наконец-то, блин. Ну, смотреть нужно было 5 секунд на него. Я тебя сразу разбанил. Валькирия на первом, и она может сейчас из-под стеклянной крыши вас поснимать. Пускай выбегает, мы готовы. Мы готовы принимать. My body is ready. Ебать! Я обосрался. Что? Кто? Откуда? Я не понял. Хорош. А где машинка-то? А, вот. Не ту кнопку нажимаю. Совсем плохой стал. Блядь, там еще один. Эй, гандоша. Ты знаешь, Глеб, гранату. Как беззвучно падать? Нет. Надо, когда никогда падаешь, нажимать лечь. Хотя там проволока тебя все равно слышит. Я готов к открытой перестрелке. Ну давай. Блин. Серьезно? Не увидел. Так, да прыгай, прыгай. Там имею в виду только колючка под напряжением. А, нет, генератор разбили. Бля! А, понятно. Бля, надо было прыгнуть и швырнуть в полете гранату. Что-то я сразу не подумал. Нет, какая-то дурацкая тактика. О, привет, Юрил. Нифига себе дурацкая. Она божеская. Серега, ну чё ты, расскажи, каково это без контакта и Яндексов, и чё там ещё отключили? Не знаю, на Яндекс мне как-то похер, а контакт ещё работает. Ну ты Яндекс с картами, что ли, не пользовался? Нет. А чем? Google картами. А чё выбирать, библиотеку? Ну, давайте библиотеку между первым и вторым. Между первым и вторым. Перерывчик небольшой. Нихера себе. Оп, салки нас блокировал. Обеспечьте охрану объекта. Так, что тут зареинфорсить надо? Наверное, стенки. Да, непонятно. Точно. Глеб, а где ты отдыхал? В Турции, в Анталии. А что значило то здание, которое ты скидывался с Ластоном? Ну как, чё? Символ отеля. А-а-а. Серьезно? Да. Еще 10 секунд. Символ отеля. Ты же кто-то утвердил. У вас 5 секунд. Батяка, стой. Разведбот противника. Там хоть в море плавал? Да, окунулся немножко. Ножки смочил. Интересно, я лет 10 назад последний раз плавал, я не разучился теоретически. Нет. Кан-кан на месте. Так, а что это за звук такой? Как будто гравипул. СМС-ка. Сереге СМС-ка пришла ВКонтакте.
Я тебя понимаю, Глеб, мне сейчас тоже тяжело. Так, дайте-ка я забегу. Ой, блин! Бля, вот это я забежал. Прям в ту комнату? Возле меня, возле меня. Хорош, хорош. Все. На крыше. Это на крыше. Сейчас я его возьму. Давай. Надеюсь, он кластеры не поставит. Сейчас полетит, блядь. Все убежит. А че вы сейчас валите? Ловить бедного. Ну, там макеты, что ли, кластеры кидают? Ой, 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 смотри. Сейчас все полимеры проедем. Да, так все начинается. Где он? Ну, где-то в макетах, наверное, там Заки умер. Ну, на том он балкончике. Ну, и пускай сидит. Я все двери за... Глеб, а те зигу не кидали на ресепшене? Юрил спрашивает. Да нет. Они были мирные достаточно. Дай-ка я разберусь, я сейчас... Мистер Баданова казню. Да, есть, идет. Идет. Где-то он тут. У вас 15 секунд. Это у них 15 секунд. С4 установил. Блин, взорвал. Черт, я хотел его импактом убить. Самый очевидный чувак в мире. 4 человека смотрят на эту дверь. И он такой забегает. Я вообще за все время пару раз только импактами убил. Один или два. Если не считать добивания. Меня красиво убили импактом, я помню, через пол карты калерок. Я не помню, было ли это в нарезке, или это у меня в неотсортированных этажах лежит. Денис, когда нарезка-то? Да, сделаю, наверное, до начала. От Костяна я не особо жду. Не, у меня... Куда Костя запропастился? Да. Он обзор проделает. Пиво пьет, пати. Он же вроде сказал, что он типа сделал, осталось только загрузить. Да, это он 3 дня назад сказал, что ему там чуть-чуть осталось демонтировать. Нет, нет, это было неделю назад. Вот меня даже игнорировать начал, не отвечал, отвечать перестал. А ты его допрашиваешь, когда приедет? Допрашиваю, да. Глеб, а если не секрет, кто из вас выше вообще в иерархии стоп-гейма? Ну, Костян, конечно. Костян, да. Давай. А потом Лёня, да? После Костян. Или... Да или не, не, да не знаю. Ну, это так нельзя. Вы вышли? Сказать. Вышли? Лёня только. Че, надо выходить? А, давайте выйдем. Надеюсь, Денис там не остался. Это. Ну, он только рекламой же занимается, не контентом. А мы с Костяном контентом. Ну, типа рекламщик это один из главных. По-моему, я не знаю, это другая yeah. ветка развития в цивилизации, знаешь, вот как вот, в общем, как-то так. Вас 4, киньте инвайт. 4 ветки? Вас 4 в пати. Да. Пати. Я просто в последний раз, то есть в последний момент обнаружил, что там 4 клана было. Вот. А чё я тебя пригласить не могу? Что за фигня? Бывает такая херня. Ай, пизду. А чё случилось? Я пригласил. Вот от Глеба приходят. Из Украины не доходит твой инвайт. Заблокировали ебучий Порошенко. Да, вот ты смеёшься, ведь могут её плей заблочить нахуй. Ну мне, кстати, я сегодня... Это же не российская... Кстати говоря... Блокеров. Кто в Крыму живет, у всех там да, и Battle.net, да. и Steam заблочен, я не знаю, там можно вообще поиграть? Нет, да, у меня вообще, давний прикол. Ну
Deathmat Dragon спрашивает, как долго стримить буду. Что? Он передает вопрос Надежды, ее уточняю. Знаю, я еще часа полтора, потом надо идти инфакт пилить. А что, Vintex играем против них или нет? Да, конечно, играем против Vintex, ебана. Я вроде выиграл против них. Всегда шале. Еее, шале. Пока понятия не имею, сколько стримить. Народ в чатике, а как вы отнеслись к тому, что новых оперативников и карты перенесли на 3 месяца еще вперед? Молчание было ему ответом. Так, ладно, я пошел, короче, ВКонтакте генерировать инфу для выпуска трудностей перевода. Но мы играть уже сейчас начинаем. Да. Да, ладно, у меня-то два монитора. А у тебя тоже два монитора? Я не знаю. Я тоже думаю. Можно с двумя мониторами жить и не использовать оконный режим без рамки. Я просто после переустановки. Я использовал после переустановки, не выставил настройки. Мне вот удобно, что у меня ноутбук как устройство с отдельным экраном работает. Интернет другой на нем. Нужно отыскать заряд. Так, ладно, поехали. Не, хорошо, кстати, если в Вегасе приоритет в ноль скрутить, то... Денис, скоро трендер, я смотрю, тоже упало. Денис, а платная это рестрим-площадка, чтобы, например, я стримил на Твиче, а оно все рестримилось там на Ютуб? Я не знаю, этим Костя занимается. Я не ебу. Никому вообще так, они, короче, на кухне. Не понимаю. Что, что? А? Что ты сказал? Кому YouTube нужен? Я не понимаю, почему на нем больше стоп-гейм смотрят. Ну, YouTube удобнее просто. Людей больше захочет на Twitch. На YouTube просто аудитория шире. То есть, на YouTube гораздо больше народ. Ну, просто Twitch для задротов, как я. Ну, смотри, ты заходишь такой на YouTube посмотреть ролики какие-нибудь стоп-гейма. И у тебя оп написано, стоп-гейм в эфире. И ты такой, оп, побежал. А кто, блядь, заходит на Twitch? Ну я. Вот все. И еще полтора человека. У меня плагин специальный, Twitch Now. Ну мы тут никого не поймаем уже. Денис, сломай дверку. Хорош, это где? Такой выпал съебать Карабелла. В коридоре? Как осматривает окошко кухонное, если кто-нибудь хочет туда сунуться. А сразу же поимеют попку. Чё это было? Бандит на втором этаже лежит, на две лестницы. Пидор. На втором? Там окошко сломано, кстати, если что. Это я сломал. А, понятно. Да, блядь! Господи, на втором еще... А. Это было близко. На втором кто-то был, Денис. Да. Смог был где-то. Найди его. Сейчас. И приведи. Он в коридоре дальше. Угу, я понял. Да, ёбаный, блядь. Он смотрит коридор. Кто там? Лёх, Серега, бля, Серега бля. Там в коридоре дальше. Ёбаный стыд. Ну, ребята. Этот бандит просто нас всех перестреливает. Так, один на моем месте стоит. Где? Ну там, где я обычно стою. Откуда стреляют? Откуда тебя захи убивают?
Чего? Дырку можешь? Что? Откуда зэки? Бля, там дырка на втором этаже была. В смысле, которая на улице выходит? Нет, просто сверху была дырка, а он просматривал каким-то образом меня. Да-да-да, я помню, это старый бак. Это прям над улицей, что ли, дырка? Да, это эксплойт ебучий. Понятно. Ну, меня так ни разу не убивали на этой карте. Это, наверное, нахер не первый раз такое вижу. Да не, у кого-то ролики это я видел. Да, это было у кого-то. Не, ну, я не видел, и удивительно то, что я первый раз вообще столкнулся во время игры с этим. Лёня сменил название чата. Да? На какой? Зачитай. Или нельзя разглашать такую информацию? Говорони, не дайте брату пройти. О, господи. Какой у меня РСЭ, что это такое? Убейте его. И приведите потом. Венди, что такое РСЭ? Это незаделываемо. Ставлю СОГ. Пробить стенку там или нет? А, ПК! Ё-моё, блин. Сука. Я вообще... Я думал, это английский буквами написано. Это пошло в нарезку прямо сейчас. Чё-то я деградного щит поставил. Блин, я что-то подумал, рост. Так, а ничего заделать не надо? Запишу. Блин, чего щит не поставили? Я поставил же. Ой, бля, ой, бля. Да что? Нет. Его взорвали, что ли, уже? Значит, да. Ломится через дверцу. Двойную. Так, где-то машинка здесь есть. Рассыпь. Да, да, да. Там, где там сзади Глеб не вставай. И в дырку могут убить. О, там Костян заржал. Чего? Там пятиминутный голос Костяна всех. А. Тему. Бегают, ножки вижу, там дырки. Подранил немножко. А, или это где он шутка про нюанс понял. А он ее так понял, он ее понял в итоге? Да, 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 понял. У него очень долго. Да, там, короче, почти мертвый. Дед проверил. Счастливым до этого. Не попал. А ебаный, блять, я ни по кому попасть не могу. Селок стоит под окном, да? Глеб. Два, по-моему. Он только второй, третий еще поставил. Он борода без щитов был, походу. Я ему один или два сломал. Два? Да, борода. Глеб еще машет. Да-да-да, я попадал в клетки ему. Ян топает. Так, ну со второго двое идут. Да, на втором, короче, есть. Да-да-да, на втором. Один сейчас через главный ход. И сейчас термит режет. Коннектор термит. Один через главный ход идет. Прыгать будет, я скажу. Машинка на кухне. В трофеях тоже машинка есть. Еба. А, глаз заходит, понятно. Ну и самый задрот умер, так что... Ебать всё. Пришло время. Вытаскивайся. Взрыв-пакет есть. Ну чё, Заки сейчас задержит? Я тут кровью истекаю. Я пустой! Да все, они мертвые. Заки разберется. Заки наш пацан. Воу! О, ставит. Заки ставит. Красавец! Ну? Это эйс был? А, хер его знает.
Нет, по-моему. Последних четырех ты точно убил. Да, блин, ты кого-нибудь убивал в этом? Не, никогда. Нет, это есть был Зыки. Ну ладно. Да. Скромный. Заки скромный. Да, даже чувак скапитанил. Да, такой же задрот, как и ты. Вот и будет сильно вот сейчас. Он там сложил 1+1+1+1. У него получилось даже лучше, чем у тебя. Подвал сейчас будет, скорее всего. Гранатки возьми и тачер. Тачер нужен. Ну, хибанов тоже пригодится или нет? Ну, я возьму. Пропилимся. Не, подожди, гранатки нужны. Да, 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 пропилимся, ничего не понимаем. Ну вот этот не нужен, шакал. Особо сейчас. Да ты чуть-чуть Серег затащится с шакалом. А ты, кстати, видел, Сань? Ты смотришь Месси Джей? Найдите заряды с помощью бота. Иногда. Да, Денис, чё ты вчера... Чё за летучая мышь? Я думал, ты про цветок, который там стоял. Не, я про то, как он на слух определил, какая дверь сломалась и откуда побегут спанкилить с другого этажа. Я думал, он дроном просто. Там у Месси Джей есть, короче, видосик. Нужно... Можно забраться здесь на шале на второй этаж, сделать две тактические дырки эшкой и простреливать бандита, который бандит-трюк мутит у гаража. Серьезно? Угу. Так, ну Ягер поставил свою хуйню рядом с дырочкой для дронов, поэтому нужен тетчер и все по отработанной схеме. Потом я говорю, Валькирия на второй побежала, в окошко будет кидать. Да-да-да. Да это похуй, она под козырек все равно не закинет. Не, просто я знаю, как ее законтрить. Но я тачер. Поставьте там сверху клеймор, я на дверь поставлю. Че поставить? Ну, клеймор на окно. Я поставлю. Да ебать. Может ее греной удивить? Попробуй. Окно сломано. Нужно камеру-то найти. У меня камера где-то. Глеб, а чё ты попёрся наверх? Поставлю этот... Растяжечку. Удалось вернуть деактиватор. Ну чё, что, я кидаю. Не кидай. Иду. Ну, подождёмся. Начинаем. Давай. Подожди, Глеб. Заинжурил. Давай. Так, я поставил. Упс. Сифор не кидали еще? Нет. А, Серега знает, как контрить Валькирию. Я? Yeah. Ну да, вот прям напротив смотришь, и она там на лестнице должна быть. Вот прям напротив окна. Хорош. Да, она чисто случайно мимо меня пробежала. Я же говорил. Деактиватор снова у нас. Так, в вине один, в коннекторе один. В коннекторе бандит. В вине кто-то из французов. Хавейр где-то бегает, Хавейра. На мне, допрос, пацаны. Валим. Блин, куда валить? Ёб твою мать. Блять, у меня еще хп было херня, блин. Я спрятался в траве. Нормально. Тактический камуфляж. Вы потеряли деактиватор. Я-то скуда его убил. Не-не-не, он просто справа от воротины сидел. Меня Валькирия обнаружила аккуратно. Камера где-то. Может, сверху она висит? У кого деактиватор? У меня. Там дымы справа, есть, справа был, нет. Справа был Денис. Блядь. И блядь, слева за этой. Да, за ёбаный, бомбой. Блядь! Короче, они все там. Ну, то есть, все внизу в подвале. В разных частях подвала. Остается 15 секунд. Нет. Бляха. Команда ликвидирована. Там уже нарезку скинули, как в РС. Клип ты имеешь в виду? Ну да. РС боярин. Да не, это просто мы косые. Так, ну и что мы делаем? Подвал берем.
Надо ли? Бандит трюк мы не мутим, я так понимаю. Можно... Мира трюк можно сделать. Да. Да, давайте мира трюк. Берем, берем оперативников, не стесняемся. Только я не особо за нее умею это делать. Так, господи, ставишь два рядом, один ломаешь и все. Почему команда не работает? Ну, наверное, сломалась. Наша команда? Не, там команда тайм. Сколько типа времени. А, кстати, да, бот, походу, сломался, я не знаю. Отсюда отойдите. Маленькую комнату в глубине доделайте, пожалуйста. Надо на сайт заходить, наверное. А, я там выключал, короче, капслок, и, наверное, все нахер выключил. Чтобы капслока можно было писать. О, ой, броня же. Спрашивают у нас мнение о чужом. Ну, если вы хотите трэш, угары, то можно сходить, в принципе. Но Прометей гораздо лучше. А чё, где Зеки? Да, ты чё не ставишь, что сразу-то? Чё сразу-то ставить? А вдруг у них ты ещё есть? И чё я помню? Второе ставь. Это я ломаю. Хотя, блядь, надо было другое ломать. Ты здесь будешь? Ты здесь будешь или нет? Да не, всё правильно вроде сказал. Пополз отсюда. Блин, ребята. Что-то мне поставили. Сложное положение. Не сработало, Зеки. Надо было наоборот ломать. Надо было ливать, когда ты увидел этих винтексов ебучих. Ну я ж спросил. Я шучу, я все равно на последних местах трудно. Глаз там около ворот. Пока пройти они не могут. А, херово пропилили? Да. Глаз простреливает. Глаз с глушаком. О, ставит термит, ставит термит. Это как? А, на окне было. Угу. Интересно, меня видно тут или нет? Термит отогнал этим дроном. Уничтожил еще один. Хорош. Ну все, они не пропили, походу. О, сверху, люк, сверху. Люк, люк. Ну главное не ходить под люк. Там сзади чисто. Короче, через гараж они не зайдут уже, ну если... Я хибану убил. Ну, да. Они без резалок остались, да, получается? Да. Не, термит же... А, ой-ой-ой. А, они пробили гараж, нет? Да, по-моему, они там не могут пройти. Нет, через гараж не могут они зайти. Там криво пропилено. Сейчас бино пойдут, бино пойдут. Всего 10 секунд. В синем вроде есть. Еще 5 секунд. Да. Ой, тут два штила было. Что-то они ждали, стеснялись, не заходили. Но они в обход вошли там. Идиллическая картина. Топово ломать чардж окном мира, пишет этот. Типа контришь как бандитом, что ли? Ну, не знаю, успеет развернуться. Ну, в принципе, наверное, можно, да. А если ну, сейчас я вообще поставил. просто представляете, я снес два снаряда термит. А чем ты снес? А просто, ну, просто там в окне было видно их. В дырке там, от окна. Он не мог поставить, чтобы снаряд не было в окне, ну, чтобы он не торчал. Я просто убегаю. Он прям по центру окна ставил его, да? Или он? Нет, он сначала с одной стороны, потом с другой. Mm-hmm.
Странно, что его никто не крыл. Там, если бы они поставили глаза, меня бы он просто вынес и все. Кстати, да, я думаю, если на корточках поставить два окошка, то термит никак не сможет поставить свой заряд, чтобы его нельзя было изнутри сбить. О, спасибо. Ну, так, сейчас так было. Спасибо, ну, Наде, за хост. Я просто разрабатываю тактики на будущее. Блять, че вы рушите мой... Я понял. Поток мысли. Дегородский. Лекор пишет, если Прометей лучше, то какое же это дно фильм? Ну вот мне с Денисом нравится Прометей. Да. Я вот даже Blu-ray 3D купил себе. Специально. У вас еще 5 секунд. Деактиватор снова у нас. Местонахождение заряда... Интересно, они точку взяли. На какую точку? Лел. Чувак этот что-то бодриться стал, я смотрю, да? Они взяли вот эту точку. Это вы стреляли по двери или там кто-то был? Угу. О, прикольная точка. Какая точка-то, скажите, пожалуйста. Да а, вот, а бар, бар и это, соседняя комната. Бар и игровая. Так, люк целый пока что. Это урол-мертв убил, наверное. В дверях, которые выходят из игровой, стоит бандуган. Хоп! Лестница, чувак, перебежал. Смотрел. Я просто отошел и убил его. Я попытаюсь. Так, сейчас найду смотреть. Последних. Жив. В баре, ребят, эко в баре. Ну, ребята, слушайте, я с резку еще не ушел, все это на прошло. Пора заканчивать. Я... Смотрите, сейчас прикол будет. За барной сидел. Смотрите, это лучшая граната ever вообще. Я знал, что за стойкой стоит. Надя. Надя всем привет передает. Привет, Надя. Особенно Денис. Отлично. Так. Что делать? Снимать штаны и бегать. Ну давайте туже. Да ну нахуй ты чё, ушёлши, блядь, второй, вот пиздец, ушёлши второй. Ну это полный пиздец, это точка. Голова исполнила. Охраняйте заряды. То есть у меня без... с этим рестримом не будет ничего лагать, да? Если я его подключу. На YouTube капка там. На месте, не понимаю, что здесь заделать надо вообще. Да, ничего не надо заделать. Бегай, да получай удовольствие. Камеру активировала. Капкан установлен. 10 секунд. 5 секунд. Враг обнаружил заряд. А чё, броня что ли была? Прикинь. С самого начала поставил? Да. Так, ну заделаю вот эту стену. Нахера тебе? Зато не сразу подозревать начнут чё-то. Где-то слэш, кстати, идет. Там упс. Рядом с тобой твич дрон катается. Сломал? Нет. Сириусли. Я спрыгнул нечаянно. Ты в другом гараже, Денис? Где-то что-то сломали. Это я, это... Короче, не знаю, как теперь возвращаться, Заки. По лестнице.
короче. Я в жопе в полной. А где вообще? Кто? На точке-то никого? Я, короче, около снегоката сижу, не знаю. А они, кстати, на балкончик сломали большое окно. Ой, дверь даже. У меня тут кто-то топает, похоже. Нет, далеко. Короче, я роумер, капкан, роумер с дрободаном. Блять, ебучий твич 2. Так, короче, на втором есть, в соседней точке. Блять. В комнате над баром. Да ёбаный, блядь. Очень коцанная хибана. Что здесь происходит? А, нет, стоп. Меня вообще твич убило. Короче, я курить пошел. А, Серёг, осторожно, там слева. Ага. Ну-ка, и на балконе висит. Тут стеночка заделана вроде. Сзади машинка. А, хорошо. На втором слэдж, короче, в коридоре стоит. Камеру сломал. Бля. Ой, сзади откуда идёт? Блять. Да, Твич. Пизду. Эта область находится в поле зрения врага. Врагу удалось установить деактиватор. Заки... Твич лестницу кроет. Блять, где? Здесь люков нет, что ли? Да ё-моё. Ни хрена с этим прицелом не вижу. На точке возле камин лежит термит. Я сзади. Да нет, я ничего не мог сделать. Ну, конечно. О, тентакли хайп там. Новый смайл. Поезда. Три-три? Это три-три, детка. Надя, скажи, а ты собираешься в проиграть? Он очень напоминает Dishonored. Щит есть? А, три щита. Я взял. Три щита, да. Три щита даже. Вах. К обороне, не дайте врагу пройти. Надя пропустила тот прикол с Рессе. Не волнуйся, на Ютубе все увидят все равно. А там уже есть клип. Ютуб ничего не забывает. Хикара? Кто такой Хикара? Ты уверен, что ты правильно читаешь? Ну Хикара это, наверное... Может, на ПК написано? Хикара, наверное, какой-то стрим. Вот. Еще 5 секунд. А че вверх-то никто не задел? Ёпта! Не, я еще нужен. Дайте мне выбежать отсюда. Остановите его! Окошко. На, сука. Наска. Тут, наск. Пробежал. Как говорит Костян, чё никто Валькирию не берёт. Кроме Костяна. Я всё никак не открою. Не накопил. Вот это следующий будет оператив, который открою, особенно учитывая то, что... А сейчас сколько, что новых не добавят еще в ближайшие 3 месяца. Ну да. Поэтому я Валькирию открою. Так, окошко целое еще в трофеях. Thank you.
Перед трофеями кто-то был. Абсолютно. Я их ебану убил, если что. А чё тогда пить? В смысле как? Тогда пить. Борода около окошка. Этого. На кухне. Граната! Сейчас бороду убил кто-то. Ты выкакал её, что ли? Я слайдж выкакал. Когда я его убивал. Я пустой. И какой ассортимент предметов ты выдаешь? Это помимо гранат, это как спрей, перерабатывающую штуку. Даешь, там выдает. Так, пошел за дрот через главный, что ли? Да, он на спуске в подвал. Стороны главного. А, на спуске? Да ты че? Аккуратнее, не бегай там. Бля. Опять без щитов был. Дом, нет. Может, он не умеет их ставить? Возможно, блядь, перетравить. У него, да, у него 8 килов. А тут силок, сейчас за мной погонится и оп, и оп. О, красавец. Да здравствуй, Козвал. Хикара ютубер. Мы в рейтинге. Ну, а я веду себя как Козвал просто. Так. А тут только Серега прошел, кроме меня. Фрей. Я не прошел. А, не. А мне так, показалось, ты писал, что прошел. Пожалуйста, мы второй этаж будем захватывать? Да, конечно. Сейчас... Надо люк-то побивать. Давайте, я тогда возьму этого чувачка. А чем там все закончилось, расскажите мне. Ну там очень много вариаций концовки, но она очень похожая. Там один ролик, и его по-разному немножко нарисовали. Нужно отыскать заряд. О, окошко сломали. Чё-то рано. Где? На кухне. А, ну это чтоб C4 выкидывать, это норма. Ну а не помните, да, в прошлый раз они это окошко палили знатно. Поэтому туда лучше не соваться, если у вас нет суперплана. Что значит без прицела на бандите? Я прошел. Бандит на второй пошел. Я прошел прей, наверное, 6 раз. Осталось 5 секунд. Если считать 2 спидрана. Я там. Быстро прошел. У меня там часов 80 наиграно. Ну правда вот. На таймере 100 часов, но ему нельзя верить. У меня там в некоторых инди-играх по 30 часов, в которых я ни минуты не играл. Да, это ты следователю расскажешь. Ну, я просто... А? Побочки все проходил? Ну там в разных прохождениях нельзя выполнить разные побочки. Но в сумме я все выполнил, да. Скорее всего. Второй кто-нибудь по... Так, я на второй пошел через джакузи. Сейчас я там дроном просвечу. Гранат. А, Эшка, можешь пульнуть в дырку, сломать щит? Где? Что? Ну, щит сломать. В дырке для дрона. Разведбот готов. Как я это должен сделать? Ну, как-нибудь попади. Да блять, вот, сука. Че, ты себя уронил, что ли? Да нет, меня уронили. Там мира стоит на точке. Смоук дырки на втором этаже над кухней. Да. Ссылка нет. Сучка. Я ломаю окошко, если так, что. Ебать, сверху сзади, что ли? Сука, опять этот пидор это сделал. Блять. Опять сверху? Я не могу к этому привыкнуть. Да. Я не могу так работать.
Ой, Глеб услышит, он услышит. Заряд есть. Понял. Подвал сломал. Блин, сломал машинку свою. И клеймор мой. О, хорош. Ребят, прессуйте 30 секунд. Мне послышалось, прессуйте. Прессуйте. Блять. Ну, Декс, вот на втором этаже, ребят. Да ёбаный в рот. 6 прохождений, там я 2 спидрана делал, один раз за час, другой, ну, за час 20, второй раз за 40 минут. Нужно собрать волю в кулак. Короче, я сейчас, блин, как бы сделать-то? Чё, в гараж берем? Угу. Чё, попробуем миру опять взять? Давай попробуем. Я подожди, я только тогда возьму. Давай я попробую там стоять. И у тебя окок есть? А, нет. Ну, слушайте, бандит все равно надо. Чё, думаешь, без окога не получится? Не, лучше ягер. Лучше ягер. Лучше ягер, да, лучше ягер. Так, ребята, я просто хочу... Ну ладно, сейчас сориентируемся по ходу, конечно. Да, с багаюзом. Ну я чисто посмотрел первый раз, а второй раз повторил по памяти. Не попасть, что это было. Давай тогда, Заки, ломаем, короче, правое окошко, а не левое. Я знаю, что оттуда хибана, скорее всего, убежит, и я попробую ее с окогом выцелить. Это и косы, конечно. Всем-всем, враг обнаружил взрывчатку. На чем черт не шутит? Денис, ты вбивал в гугле сладкий педрило, спрашивай. Дэдмэт. Ой, бля. Десять секунд. Ну какой я такой, чат? Где-то машинка здесь. Сначала направо. Враг обнаружил заряд. Ладно. Так дрона не было. А чё с тем не заделали, парни? Чё, не можешь? Может. Я тебя ждал, когда ты увидишь. Чекал его? Ты будешь стоять? Да, блядь. Ну? Давай, Денис. Нет. Монтажник подошёл. Да, я попробую. Устраните угрозу. Убил глаз. Глаз убили. Под каким углом он там стрелял? Отлично, я, кажется, ебану снял. А, нет, это был тетчер. Да. Так, я так дома. А, все нормально, там дверь. Так, нам нечего поставить, да? Так, у них там, короче, термит. Да, глаз. Глаза убили? Да. Глаза убили. Уже не дым бросают. Юзер сет, но я же, блин, 4 раза игру так, прошел нормально. Ставить на левую. Было интересно, да. Я пустой. Где-то хитбана режется. Над он вами даже... бегает люк баре, прорезали, в баре хибана. Там вроде тоже люк. Блять, понятно, сзади вышли. А, с люка, ну да. С люка. Ой, блять, говно. Так, снял хибану. Ребят, если, значит, пу. Короче, слева от ворот стоит термит, и слева сразу уже на точке этот Монтани, знаете, да? Он уже перед воротами стоит. Так, где Монтани, где Монтани? Сразу слева. Монтани бежит. Сразу Монтани слева и за ним термит где-то был. Блять, все, убрал он. Да просто ждите, забейте. ЕК. Сифор есть? Нет. Ну, шарик киньте. Если че. Меняю магазин. Так. Надо поменять позицию. Блин, как мне переместить? Монтане зашел. Пускай вот зашел.
смотрю на антенне. А, деактиватор. Ставит. Термит заходит с лестницы в гараж. Хорошая инфа, красавчик. Ну все, это три турт не поставит. Вперед. А где термит-то был? Он по лестнице с бара зашел. Ну, с камина. А хибана где заходила? А, хибану я убил через люк в бар. О, вот это был пост вообще. Да. Не, я, наверное, все. Изи вин даже не почувствовал. Серег, ну давай еще одну хотя бы. Не, я спать хочу. Сейчас сколько? 22 где? Часа по Москве, ты че? Где крыса пропадает? Там-то вроде в сети был, то я только что видел. Ну давайте кого-нибудь пригласим еще. Уходим пока в менюшечку. Да-да-да. Ну сейчас крыса скажет еще одну каточку докатаю там без меня. И он не играет тогда. Он в игре. А в игре. А он в Дискорде скажет, что ли? Да я по Стиму смотрю. Заки, а ты вышел из этого? Мы с Не, в игре Саней. Он просто может это... Мы с Саней тут. Мы с Саней. Саня. Прекращайте. Втроем? Ubisoft рассылает спам, да. В котором спрашивает: скажите, пожалуйста, нам важно ваше мнение, как вы находите локализацию For Honor на русский язык? Похоже, позиции Логруса, они пошатнулись все-таки. Где-то в стане Ubisoft. Че, там было какое-то голосование, типа, говно или нет? Я не знаю, мне просто чувак скинул ВКонтакте в личку фотку. Скриншотик письма. Не знаю, блин, Ubisoft меня печалит, пиздец. Потому что уже трудности перевода на их игры делать смысла нету. Там везде одно и то же, везде, блядь, Логрус. Да мне кажется, везде одни и те же актеры. Да, актеры-то ладно, суть же не в актерах, суть. Вот в Prey некоторых озвучили нормально, а некоторых херово. Например, Гланс меня полностью устраивает. Гланс вообще, он какой-то магический, блин, чувак. Да. Я, конечно, в Prey не играл, я не видел, как и Принца Персии не помню. Но вот он, блин, где б не появился, он везде офигенный. Он из всех принцев. Ну, не знаю. Да, фильм его озвучил. А вот вспомни какой-нибудь плохой. Потому что я, как говорил, трудности перевода, у меня есть не, желание где-нибудь поругать Гланса. Но я все никак не могу поругать Гланса, потому что он, блин, везде отличный. Нет, я не могу вспомнить, где он плохой, но я к тому, что все равно есть такое у него... Конечно, не в такой степени, как у Филимонова там или еще каких-нибудь деятелей, но у меня есть такое, что я узнаю моментально и сразу прям... Да, Гланс, кстати, в «Чужих» Гланс есть, он озвучивает бородатого этого чувака толстого. Вот. Может быть, конечно, не всегда мне удается его озвучить, но все равно есть какие-то типажи, которые исполняют идентично абсолютно. Денис, завтра трудности перевода будут? Ну, должны быть, если не случится форс-мажор. Ну так-то, конечно, наверное, наверное, форс-мажор не случится. Давай я просто попытаюсь перефразировать более обтекаемо все это говно. Ну, попытайся. Если надо. Киньте, давай. Ну, ты сможешь завтра сдать? Крыса, ты что, пришел? Будешь молчать? Да. Будешь говорить что-то? Я буду молчать, да. Так, ну давайте, короче, я всем кину. Раз. А кого я заменяю? Меня. Серегу. А ты что? Я вам кинул инвайт, запустите, как все тут будете. Серега спать хочет. Ну, мне еще осталось немножко 400 ренолнов для Валькирии. Сейчас я пойду пописью пока. Да, давайте 5 минут паузы. Ну я пошел, короче. 5 минут паузы. Я тоже отойду. Пока. А чё, куда Заки-то съебался? Сейчас, дай. Музон включи какой-нибудь. А, или ты не Заки съебался? А, бля, я все понял. Долго доходило, бля.
Мы... Чё там за презентация? Ну, я вернулся. Они, короче, сказали, мы будем улучшать игру, всё. А, ну да. Нет, чё презентация, чего было? Ну, операция, оздоровление. А, ну, не, ну они там расписаны, ну всё в общих словах. Одноступенчатый матчмейкинг. В итоге нихуя не добавили. На Дикого Запада, но на Востоке. Во времена Дикого Запада был как бы Дикий Запад, а был цивилизованный Запад. Америка навсегда такая была. Там то Дикий Запад и цивилизованный Запад, то южане, северяне. Ну, да. Пьянил. Я помню, ты, когда я только устроился. Прям, у тебя прям даже голос другой, ты как будто меньше картавишься. А да? Он что-то последнее время стал превращаться в скипа потихонечку. Нет, у меня просто наушники новые еще. Вон че. Ты прям такой проникновенный стал. Я не стал. Не стал долго уебываться, что-то там выбирать, в итоге взял SteelSeries. Сибири эти. Красавчик. Такие же. Чё ты там? Сколько они сейчас стоят? Пятёра. Чё, Заки, я запускаю? Ты готов? Я а, уже ты сам запустил. А это Глеб, блядь, как сложно всё, а? Вы про что говорили-то? Что там есть? Наушники? В SteelSeries есть, да, динамики и микрофон. Да, про то, как крыса набухался у себя на работе и спиздил наушники. Погоди, тебе их списали? На халяву? Да нет, я... Мне просто спиздил. Ты, кстати, как раз в курсе, что ты в стриме? Да. Отлично. Там мало ли кто его смотрит. Ну что, на канале затащим? Там команда. Может, ты завтра только приходишь, а там ревизия в магазине. Денис, вышел тизер Far Cry 5. Не знаю, почему тебе именно надо было это сказать. Я сам об этом не знаю. Да, ну вот, да, это потому что Глеб тут что-то обсуждает, а я такой сижу. Я пока покурил, там успел тизер, короче, Far Cry 5 выйти. Успели поменять сценариста Uncharted до экранизации. Я такой, чё? А там Человек-паук еще будет. Да. Это просто такой бред, капец. Человек-паук. Ты помнишь, как что? Этот Джо Карнахан хвалился по всему интернету, какой он охуенный сценарий для Uncharted написал? А, Глеб? Ну да. Вот, а потом пошел нахуй. Не, ну это норм. Такой кошмар. А как зовут актера-то, который играет Человека-паука? О, не помню. У меня почему-то крутится два типа имени. Это Эзра Миллер и Эндрю Гарфилд. Ну, явно не Эндрю Гарфилд. А, ну, в смысле, Эндрю Гарфилд. Предыдущий человек был. Но вот этого нового актера я не запомнил. Значит, Эзра, видимо. А чё, подожди, я там этот, там Battlefield этот будет, или как там? Эти фамилии. Сука. Том Холланд. А, Том Холланд. Почему Battlefield? Крыса, ты слышал, что Веном и Том Харди будет играть? Да, слышал. Клёво, да? Круто, да. Но он, кстати, подходит под комиксы по внешности. Ну, на самом деле, Том Харди — это вообще довольно специфичный чувак. Ты когда-нибудь слышал, как он разговаривает? Как Шварценеггер? Пишет. Русский ютуберс. My favorite. Утуберс. Красавчик. Че вам заделать? Заделать вам? Дверь нам запили. Мент. Мемчики пошли. Денис, так ты оценил мем про тапок бомжа?
Про кого? Про тапок и бомжа. С аминированным тапком. Я не понял, что это за говно. Ну ты ж кидал и не понял, че. Где-то рашит, по-моему. Да. Не знаю, где-то дверь взорвали. Извините. Ничего не началось. Да-да-да, в желтом есть. Ты кого, Эшку убил? Нет, Тэтчера. О, я вот и Эшка. Она в самом, на самом нижнем этаже в желтом доме. Блять, как она меня увидела? Вот ты ее и встретил, походу. Она какая-то дикая, видимо. Эшка. Это не тот чувак, который привет писал там, пацаны? Не знаю. Она короче. Бля. Всю точку. Бля, бешеный на сейчас. Откуда? Откуда, блин, там дым был? Она что туда пыльнула? Херню свою, что ли? Главное, ей не отдайся. Крыс. Бля, да? Хорош, красавчик. Ну как хочу, так и ставлю аккумулятор, законом не запрещено. Вот это у тебя аппарат там торчал из-за косяка. Надо было что-то поменьше взять. Кузнечик, сверчка. Да. Ну, самое топом для начала дня. Заебись. Возьмите там пильщиков, я за бороду хочу. Блин, смотрю комментарии, Заки дебил. Ща в Дикси, блин, скидки на Принглсе, взял две банки. Нифига себе. По 90 рублей. Не, 8. Ну да, 90, в принципе, 89. Падает. Ну что, Денис, сыр, завидуешь? Ну, я типа, нет. Есть такой смысл, что есть шанс, что один, например, не заденет аккумулятор тачеровской гранаты. Я думал, Принглс что-то не заденет. Ну, типа, я по бокам ставлю. Определите, где химконтейнер. По краешкам. По краешку судьбы. Пройти... Не поднимая глаз. Они на первом подвале. Ураи. Ружейки. И оставив легкие следы. Да ты чё, надо место поменять. Ключер, давай на северную точку. По краюшку. Эй, судьбы. Блин, посуду давно не мыли на кухне, тут мухи летают. Рабы твои, да? Да. Не, у меня посудомоечная машина. Обнаружьте и захватите химконтейнер. Слакай твоя посудомоечная машина. Я женщина, а не посудомойка. Ну ладно. Ты женщина? Уж не понял, я же остановился. Отжал кнопку. Я женщина и выстрелил такой пистолетом. Показалось. Я пустой. А чё, где точка, говорите? На первом. Кружей. Заебись, это шмалит. Дым, точка. Подготовил заряд. Так, а чё? Термит пилит тут. Да, бля. Ребят, мне бы сюда гренку какую-нибудь. Эми. Где пилита? Где ты? Кто? Кинул. Я перескрытил, тревел. Трюху тестим. Да ладно. Саня, ты чё вот это... Ой, блядь, что это такое? Ты чё сломал-то, я не понял, не вижу. На втором бандит в красном. А. Одного уронил. Охраняйте контейнер. Прекратить все действия. Бандит в траве. В траве бандит. Устранить врага и возобновить охрану контейнера. Ёб мать.
Ох ты ёбаный, блядь! Ёбаные фавелы. Я вижу это говно. Прикольно. Это где кто? Это Глеб. Это Глеб, я, Глеб, Глеб. Ну а я что-то еще слышал. Да не, это Глеб. Камера над собой. А, в коморке один есть. И там силок, Заки, видел, да? Как в дверь входишь, сразу же перед тобой силок лежит. Он чуть правее, Заки, вот он. А кто дверь сорвал? Это... 20 секунд, Глеб, тебе на точку надо. Мира. 15 секунд. Смотрите в машинку. Есть. А, это ты. Парни, заходите. Право, Заки, еще. Охраняйте контейнер. Прекратите охрану контейнера. Ох уж этот Клауд. Ай да, Клауд. Я не знаю. Надо было, конечно. Я почему-то думал, что она слева взорвала дверь. Ну, тебе надо было справа смотреть. А, это сифором просто, да? Ну все, пацаны не попадут в видос за такую да. хуйню. Граната. Короче, Глеб, или я тебе сказал уже, я чуть не помню. Да. Хорошо. Запускай. Что будет? Если что, ты виноват, короче. Да я чё, я сейчас уже отрендерю. Чё, ты или что-то передумал, или что-то? Я думаю, давай так, наверное. В смысле, чё ты? Одним дубаем больше, одним дубаем меньше. Действительно, подумаешь. Заговнят в комментариях на ютубе, так там особо повод-то и не нужен, в принципе. Чё стесняться? Я хочу в красный пояс. Остаётся 10 секунд. В тот раз желтого, да, Раш? Есть 5 секунд. Блять, спрыгнул. Разведбот противника обнаружил контейнер. Установил, отойдите. Опять бежит, я слышу ее уже. Ловите. Капкан установлен. Ждем гостей. А, дрон к тебе поехал, Денис. А пока он тебя не увидел. Видел он меня или нет? Так, глазища у них есть. Около меня. Ну они сверху, по-моему, сломали. Бля, с красного. Откуда? Откуда? С красного. С красного идут ребят. Ну там Заки. Эшка была. Но я внизу в красном. Был. Заходит. Глаз сейчас будет заходить. Откуда? Да хер его знает. Откуда? А я сам об свою стенку сжег. Сломал он сифор. Это я, да. Угу.
У меня, короче, глаз прямо за стеной, за ящиком. О, бля. Бывает, откуда? Откуда? Не знаю. Улица откуда-то. С улиц? Это с улиц он простреливает. Через меня, через меня. Ой. Не дайте врагу возобновить процесс захвата. Хер он там делал. Слева есть один. О, ХП. Один у меня глаз, я не могу уйти. Ну, где пассиву добей, я... добей, я Денис, его, добей, свалить. Добей. Можешь добить. Не дайте врагу захватить химкомпьютер. Отлично. Поспешил, поспешил. Два капкан за раунд. Сработал. Да, неплохо. Любишь бегать, блядь, на под ноги не любишь смотреть. Да, да, да. Или ползать. Ну, бля, это отдельная история. Да. Так ролик мы не увидели, да? Это было давно и неправда. Или увидели я что-то. По-моему, был ролик. Я еще не опубликовал. Нет. Это из неопубликованного. Так что пока что это неправда, этого не существует. Нет, на самом деле, вот эта история, это настоящий мотиватор. Все-таки оторвать свою жопу от насиженного места и пойти сделать нарезку наконец-то. Да, тем более материал есть. Ничего не было. И новенькая СРСЭ добавилась, да? Ваша задача — обнаружить химконтейнер. Крыса еще не знает. Не. Во, во, крыса пидор, все правильно пишет. Чего? Ну, крыса пидор теперь пишет. Кто пишет? Не знаю. А, так слик, это, блядь, где-то. Слик, что-то один. Там, Дмитрий. А, ну это пидор. В чате. Я его знаю. Ты не тоже смотри. Пидор, блядь. Это слик Дмитрий. Это ты, наверное, есть? Нет. Сидишь там с аккаунта второго пишет, всякие гадости в чат. Извращенец. У вас еще 5 секунд. Носить женого места. Контейнер обнаружен. Его. Неплохо. Это в чате. Логистический юморок. А это в чате, не ты? Ага. Да, не я. Так, ждет в красном чердаке Валькирия. Робот пошел. Это ты сломал? Это ушла, убежала. Что, вот это? Да. Да, я. Валькирия. Ну, короче, чердак красный пустой, если что. Верхний красный пустой, да? Прикройте, я пропилюсь. Запущу бота. А там бандит, наверное. Нет? Мой выход. Поберегись. В красном бандит. Попал по нему один раз. Дока убил. Где бы, в красном или нет? Пропилил обе комнатушки. Выбегала внизу. Да ну нахуй. Вот этот тайминг. Так, а где же у него камера-то? В соседней комнате есть. Какой? Ты... Ну, в левой. Не-не-не, на точке, на точке, на точке. Саня, Саня, не туда смотришь. На точке, он в следующей комнате. В марихуане есть мира. Вторая, Саня. В
Слушай, Заки, если ты постреляешь по стенке, которая слева, можешь прострелишь ее. Но она нет, не простреливается. Она простреливается. А, вот это? Не, он же просто забыл, которая в марихуану ведет, Заки. Блин, жалко, что я этого не застал. Я где-то переключился. Я увидел только последнюю паникующую конвульсию. Блин, вы еще не видели, как меня бандит убил? Я там прорился в спальню, свесился на трассе, болтаюсь, смотрю, как вдали. А он сидел прямо вот передо мной за уголком. Он тоже сначала не увидел меня, короче, раз такой воет перед целым, ищет меня, где трос, что за хуйня. Такой наверх поднимает, а я там свисаюсь. А чё, мы будем не тётю брать, мы будем брать оружейку? Давайте тётю. Вообще пох. Ну давайте тётю. Помирать так с музыкой и с тётей. Саня чё-то не радует. Ты чё, Саня, не пил, что ли, сегодня? Ех, бой пишет Заки сейчас, да, и всех репортами закидает. Подготовьтесь к обороне хим-контейнера. Ну бот сломался, я не знаю, он у меня стоит, но вообще не работает. Потом настроить, конечно. Привет, Дотя. Ребят, знаете что? Вот это надо заделать. О, Мэтью хороший. Рубит фишку, пацан. Осталось 5 секунд. Так, и что-то я хотел сделать. А, ну да. Разведбот противника обнаружил контейнер. Ставлю СОГ. Ждем гостей. Сей. Че, сейчас сломали? Так, у меня уже кто-то есть тут, похоже. Снизу. Так, что это мразь опять сломала? Так, я не понял, откуда это играет? Стоит, короче, на окне, напротив окна. Напротив возле какого-то бочки большой сочного. Вот этого. Там напротив. А, проволоку где-то помогает. Блять. Ломать здесь проволоку. Мне бесит эта игра. У меня тут есть. Смело, что ли? Сдохни, что ли ты? Сработала мантра, Глеб. А что, у них резать или нету, да? Хер знает. Вот это, Саня, ты какой-то... Там лестницу простреливают. Красавчик. Блядь. Пойдет. Заки, подними худо, не подними. Блядь, куда ты... Блядь, вот это вообще черт. Интересная страта. Suicide Squad. Еще 10 секунд.
всего 5 секунд. Не успел. Саня, просто ты видел, Саня, когда ты по лестнице вверх бежал, сколько вокруг тебя трассеров летало? Это какая-то... Я даже не знаю, как это назвать. А вы видели, как я Саню поднял? Ты спрыгнул вниз, я не понял? Да, спрыгнул вниз и в полете стрельнул в него. А почему ты сам не упал? У тебя 100 хп было. Потому что? Потому что 100 хп, а у Сани меньше было. Клеймор был, наверное, клеймор, да? Не, у Сани меньше было хп просто. Нет, если из того окна выпрыгиваешь, ты, по идее, разбиваешься, а ты почему-то не разбился. Только там небольшая высота была. Да, кстати. Ну ладно, может, я с третьим этажом путаю. Коцаный, наверное, был. Либо клеймор. Может быть, может. Да коцаный Саня был. Саня уж сам не помнит, какой он был. Да, Саня сегодня не пил, поэтому память ошибает немножко. А у тебя же день рождения, Саня, а чё ты не... Понедельник, что ли? Ну а чё бы нет? Погода хорошая. Никогда, за всю жизнь ещё ни разу на понедельник не упадал. Да, конечно, в полёте. Тётя. Тётя. Установлено. Так, это тетя, да? Это тетя, да. Угу. У вас всего 10 секунд. Начнем через 5 секунд. Обнаружьте и захватите химконтейнер. Я не там резнулся. Они безопасны. Не самый, да. Ну, в принципе, так там безопасно. Неплохо. Конечно. Неплохо. Ты просто разбивал окно, что ли? Да. А, я два ока сломал. Одной гранатой тачеровской. Неплохо. Ёх ты, блядь, откуда? Валькирия. Ой. Блядь, откуда? Не понял. Короче, с окна. Какой-то жопе мир, короче. Опущена, а, Валькирия, короче, в этом, в квартире футболиста. Там через село прямо у двери. Там село прямо у двери. Откуда? Кто за эшку? Напротив, на лестнице, короче. На лестнице сверху. Через окно. Вот в этом окне, который я сломал? Да. И на третьем этаже, И там на верхушке селок, да. И там селок, если что, лежал. Блин. Денис, зачем ты это сломал? Она до сих пор там сидит на лестнице. Меня сверху валькирия убила. А тебе не надо? Зачем, Денис? Есть. Сань, валькирия прямо... Там же валькирия, там же прямо над тобой, Сань, валькирия. На третьем. Через прорез твой. Блять, ну ты что ж за тупой ты человек такой? Я не знал, что так работает, я не видел, как его убили. Так я ж тебе, блядь. Ну и чё, а третий-то большой, я же не знаю, где ты говоришь, там же, я понятия не имею, откуда Денис, она его убила. Чё ты 100 раз спросил про на Валькирию? На третьем этаже, блядь, где твои прорезы, я говорил, блядь, Денис. Ну, я не знал, что если я оттолкнусь, она меня сможет пострелить. Не виновата я. Ну да, на самом деле не стоило эти дырки делать. Там все в чате возмущаются, Денис. Да Денис полкоманды половил. Погоди, Денис кого-то убил? Я просто... Да не, ну он просто стенку эту скрыл сверху, и меня там валькирия... Не, ну мало ли. Ну это должно было, просто понимаешь, наоборот работать. Мы должны были убивать через эту стенку. Я стараюсь быть выше этого, чтобы кидать на стриме репорты.
Он их кидает, когда он не в стриме. Да. Всем просто подряд вообще. Конечно. Заки прокачался. Даже, знаете, если игра еще не началась, мы просто видим имена противников, то Заки перед тем, как ливнуть, он репорты кидает. На самом деле Денис приукрашивает, конечно. Да ладно тебе. Он скорее не досказывает. Ну, как говорится, в доле шутки. В шутке есть доля шутки. В каждой. Хорошо, шуточки. Конструктор, собери себе поговорку. Вот там, ну бот заработал вроде. Для детей 3 лет, блин. Чтобы чужие боялись. Гик Фюрер вспомнил новый фильм «Маэстро» Ридли Скотта. Да. А ты крыса посмотрел, не? Чужие? Нет. Не хочу. Но если там угарнуть хочешь, то можешь сходить. Я просто помню первый и второй фильм, мне этого достаточно. А вот второй... По сравнению с новым, новый такой веселый. По твоей свидетельности у тебя заказов поступал, как не поступал какие? На чужих. С ксеноморфами. Ну, чужой он сам как член выглядит, что там доставать. Ой, блин. Без меня там полно всякого. Перевернуть эту голову и поставить еще между ног. В общем, ниша занята уже. Да. Ксеноморфы. Начнем через 5 секунд. В каждом Заке есть доля, а это актер какой-то. Контейнер обнаружен. Захватите его. Там рассказывают, как Фассбендер сам с собой целовался. Ну да. Ему приятно, наверное. В каждом Заке есть доля пидора? Да. Ну это крыса только что придумал. Пидор. Да я включу. Или нет? Так, в комнате охраны чисто. Мину подготовил. Пилиться будем? Охрану можешь занимать. Зона. В смысле монитора? Вот там мира. Это я. Окна мира, осторожно. Ты сейчас в кого стрелял? Да я просто так, блядь, так. Ёбаная игра. Пойду курить. Да чё он не ломается? Там постреливают. Осторожно. Почти убил. Сейчас обходить буду. Блядь, ёбаная. Блин! Заки! Ёпта! Двоих? Чё это? Двоих. А, выбежал? Клево. Команда ликвидирована. Изи вин. Выбрать кого-то другого, кроме Тачера? Это как? На какую кнопку нажимай, да? Так-ски. Захват позиционен. Давайте долг возьмем. Почему бы и нет? Потому что почему бы и нет? Фью, успел! А мы даже не заметили, что тебя нет. Вот или ты был все во время первого раунда, был ты все-таки, да? Я просто реально не заметил, был ты? Надя, а ты что, хотела модерку? Видишь ты, что хотел.
Противнику удалось обнаружить картину. Окно сломаем. Так. Датчик пульса заработал. Взрывчатка. Какое окно? Между двумя стеллажами, которые? Крысы больной, блядь. Ебать, вот это там терминатор, блядь. Ай, положил, блядь, еще одного. Блядь, разошелся. Где он лежит, можешь объяснить? Ёб твою мать. Вот видишь, сломаешь. Окно в смысле? Ну или окно, да. Там он слева будет. Слева. Ладно, поздняк. Гранатой ломай. Ой, бля! Это ты в меня кинул, что ли? Блять! Он в окне висит, нет? Баг, короче, он около стандартной темы. С пол хп. Да ёб, блядь, я сука. Хорош. Попытки. Они вот. Так, бак, там же, метка. Бак с той стороны. Саня, ты что ты песком ходишь? Пускай с той же стороны, чё? Группа устранена. Ну, с той же стороны, где ты. Нет, они с двух сторон просто заходили. Мимо тебя опять столько трассеров летало, я слышу какие-то дробовики, блин, вовсюду взрывы, отовсюду метки, что по тебе стреляют, и ни одна пуля, блядь, не попадает. Ты кто? Что за супермен? Это Саня. Короче, это, блядь, блиц. Все, шутки кончились. Давай, выеби их всех. Да блин, я убил двоих, вам оставалось-то, блядь. Трое. Еще троих убить. Дэдмэт, ты там поосторожнее со своим мечом. Ну, так он, блядь. На долбоебизме, блядь, выпрыгнул, короче, и двоих убил. Блядь. Нужно найти химконтейнер. Пацаны. Во. Отлично. Сделаем все. О, у него ник в таком формате, как будто это ключ для Стима. Практически. Веселушечка! Шанс. Есть шанс, ребят. Саня, я вот, блядь, знаю, что ты метишь. Нет. Для меча. Но на своем доме. Не, кто-то на моем пометил. Это был Саня. А, кстати, вы заметили, что пинги уменьшились? Денис 120. Нет, у меня. Ну и чё? По-моему, был больше. У Глеба меньше 100. Мне кажется, они нас на помп берут. Они оставили каких-то в живых двух задротов, которые сейчас сюда шутибу порешат. Так. А чё за точка-то вообще странная? А, всё, понял. Прям на мне, вот здесь, в углу. Слева от двери, вот прям на метке. Вот он. Охраняйте контейнер. Победа. Я такой на стол прыгаю и падаю, и думаю, что произошло. Нихуя себе. СП.
спрятался. Да, блядь, так, такого сразу не заметишь, что-то я не знал про это. Надя, может... ну я просто подумал, что Deathmat опытный модер, что он поднабрался опыта на твоем канале, вот сделал его у себя тоже модером. Она обиделась. Что-то сложно происходит. Угу. Да у Заки там же своя тусовка, блин. Не будем его в Деста не звать. Первый? Во втором. Денис, ты будешь в Десте играть? Да, на буду. На пике. Подготовьтесь к обороне. На пике буду. На Росе. Они опять друг друга убили. Активировал девайс. Разведбот противника обнаружил контейнер. Активировал девайс. Все, я больше не буду окно ломать. Хотя это не я был. Не-не-не, Глеб, надо. Я скажу, когда выбегать, Дим. Ну что-то пока тихо. Кстати, они и в прошлый раз особо с этой стороны не шли. Опа. Я убегаю. Снизу вроде простреливают еще. Я пустой! Мэтью, уходи, там дым. Там дым, там может быть глаз. Этот даун опять думает, что я попадусь. Заки, около тебя там кто-то есть сейчас? Напротив окна стоит. Вот. Он делает вид, что он в дроне. Сканирую. На лестнице есть, да, внизу. Второй там тоже термин. На какой лестнице? Там где-то в той стороне. На главной лестнице. Понял. В мастерскую пошел. Понял. В мастерской сидит. Ой, блядь, вытащил. Идет куда-то. А у них тачка, походу, нет. Да. Хорош, хорош. Слева от меня есть, по-моему. Веду поиск противника. Сань, там двое было в сетеве. Вот там, посмотри, не добивай. Ух. Тихо. Одного. Да, там двое есть в комнате. Прямо CCTV? У нас. Вот тут. Нет, нет, нет. Да вот тут двое, я смотрю, вот, вот тут. Это где? Объясни мне на пальцах. Бля! Да-да-да-да-да. Ну, один там, термит. Там двое. Одного я убил. Или прям сейчас двое? Термит вниз прыгнул, вниз прыгнул. Денис, возле тебя где-то он. Понял. Блять, с префайром выбежал. Где? Где? На самом внизу, 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 внизу. Внизу? Был. Сейчас уже не знаю где. Перезаряжаю! У вас 15 секунд. Есть всего 10 секунд. У меня. Группа противника уничтожена. Тук-тук. Че, ну я даже не знаю. Они защитили. Они у них... Шкафчики, да, защитили. Нет, но они прошлое-то не защитили. Только шкафчики. Ну, сейчас будет та же самая прошлая.
Ну, может, на первом. Подожди, вообще. А в первый раз они что защитили? Шкафчики. Оружейный шкафчик. Выберите, пожалуйста. Оружейку, да, они не защитили. Где компьютер стоит, и как это называется, офисы? Хуй офисы? Офисы, вот там да. Они будут, наверное, скорее всего. А, ну где нас поубивала Фростюха, да, в той самой комнате? Да. А, ну все, понял. Да. Я что-то думал, что там нету точки. Я думал, он под заложник. Всего-то 500 часов в игре, ребят, ну простите. А, ох, бляди какие, а, хитрые. Смотрел кто серию, как их, американских богов? Я смотрел. Итак. А че, за точка-то? Это мастерская на первом этаже. А чё там, жесть и чернуха какая-то в сериале? Да, последняя серия вообще угарная. У вас всего 10 секунд. До начала 5 секунд. Обнаружьте и захватите химконтейнер. Навесной щит закрепит. Там двое или... И трое играли с точки, один на первом этаже, один в районе туалетов сейчас. Подожди, дай я пройду. Так, ребят, на втором этаже сидит, короче, и ждет уебок. Ты там дырочку сделал. Вера? На втором, да. Короче, ну вот то окошко со второго этажа, он сидит с оружейки и смотрит. Между шкафчик? Да, да, ну, чуть подальше от шкафчиков. А, понял. Да, бля, ребят, на мне. Бил. Хорош. Блять. Спасибо. Меняю магазин. Что там? Так, сейчас, погодите. Тика. Бандит сидит в этих кассах. Люки пробиты у них вон там. Люк один. А есть чем вообще у кого люки пробивать, кроме Сани? У меня есть. А чё пробить надо? На втором этаже можно будет пробить. Бандит. Сейчас. Блять, я забыл. А чё, кто-то был в офисах, нет? Заки, ты там что-то... Да, бандит убил его. Чё вам пробить-то? Посвист, ты чё не пилишь-то? Опа, кто-то стрелял во мне. На лестнице. А где пилить-то? Так вот, люки. На лестнице мира плав. На втором была. Ну уж спустилась, возможно. Да. Все, мир убил. Как-то там у тебя все пули мимо головы пролетели. Сюда можно спустить. Саня, у тебя сколько зарядов? А, ну все, уже не успеваем ничего. Один. Ой, два. У меня еще есть молот. Чё, ну... Давайте быстрее. 15 секунд. Я, короче, прыгаю через этот люк. Саня, прыгай. И слева противник. Блять, да где откуда, не понимаю, стреляю. Да, блять, я нихуя не вижу. Да вот там по ноге убили. Машинки не хватило проверить. Тот там тачер не взял. Опять.
враг не должен обнаружить хим-контейнер. Используйте пластины. Валькирия, кинь камеру напротив туалета на первом этаже. Какого туалета? Ну, туалет под нами. Напротив камеры. Ну, что значит коридор напротив? Смотреть. Ну, там, где дефолтная камера рядом. Да нихуя тебя не понимаю. Блин, ну камера, которая коридор просматривает на первом этаже напротив туалета. Там рядом просто кинь еще одну. У вас 5 секунд. Без патронов. Врагу не удалось обнаружить хим-контейнер. Есть данные с камеры. Ловушка есть. Блокирую! Вот здесь только. Сюда уже вошли. Стороны. Вошли, вошли, Заки, слышал? Еще, тут же. Что? Что? Я что, он коцанный очень. Я случайно колесико, походу, нажал. Чё случилось? Чё стрельба? Да я стрелять начал, чё-то на колесико, походу, нажал у меня. Чё-то произошло. Борода там вообще в хлам, если он не лежит. Чё себе. Он ходил? За раши кипчики решили просто. Только один противник. Блять, у меня эшка. Откуда? Вооружейный. Бля, сидите все на точке, она может вообще сесть и сейчас пойти, блин. Недаром она просто так взрывата. Может, конечно, отвлекает, но хуй знает. Да, заделано. Короче. Да, в сети она. В сети сейчас, да? Да, топает. Она в мастерской. Она в мастерской, блядь. Она внизу, она обходит. Справа, Саня. Отсюда? Кто в машинке сейчас зашел? Я в камеру зашел. Да, не в камеру она? Сломала. Блин. Не убил ее. На улицу сейчас убегает. Да. Она на улице выбежала. Она сейчас в окно будет, скорее всего, закидываться. Бля. А нет, она все еще внутри. Она еще через ящик. Я смотрю, если она выйдет из прохода. Она вышла. Идет к окну. К окну идет, к окну. Прям куда ты смотришь, это... Да. Блять. Сань, давай... Пошла снова к окну. Но она дохла почти. Она у окна. Хорош. Группа противника уничтожена. Мне кажется, или они там деревья за окном поменяли? Они какие-то стали более... Деревянные. Потухшие. Поникшие. Берите миру. А надо? Ну, возможно, они опять тетчера не возьмут. Но на всякий случай. А куда ставить-то? Ну, одну поставь на эти ворота. Вторую? Вторую в комнатке, в маленькой. В закутке, да. Направо или налево? Направо, наверное. А на левой дырку? Угу. Mm-hmm. На левой, точнее, ничего не ставь. Укрепляйте позиции. Обеспечьте охрану объекта. Да не надо. Хотя лишним не будет, наверное. Усилил стену! Посередине ставлю.
посередине? Ну да, 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 ближе к правой. Чуть-чуть. Разведка врага нашел ким-контейнер. А. Магазин меня! Граната нас больше не потревожит. 5 секунд. Сектор защищен СОГ. Противник обнаружил ким-контейнер. Камера. Девайс готов. Галевочку поставил. Поставил устройство. Дело сделано. Так, эшка, эшка, раша, эш. Откуда? Вот у нас. Запрыгивают. Она там стоит. Сейчас стрельнет, походу, своим говном. Активирую датчик. Работает методика Бачита, эх, работает. Это где? Это я снизу, короче, сказ, взорвал сифор на CCTV. Mm-hmm. Через пол? Mm-hmm. Вот тут есть в коридоре, у нас наверху. Куда-то пропало. Блин, спрыгнуло что ли или что? Бля, внизу, внизу, внизу на лестнице, Дим. Экюшка. Хорош. Да. Один враг еще жив. Эшка дикая осталась, блядь, бешеная тварь. Вот здесь она у главного была. Точно? Ну, она прострелила сейчас в дверь. Ух, бля. Где? Не пикай, не пикай. У меня... Нет. Ребята, она в CCTV. Выходит в коридор. Вышла в коридор. Какой коридор? Смотрит в сторону офисов. Побежала на точку, парни. Сейчас поме... Эх, вот она, вот она, вот она. Глеб, к тебе идет. Хорош. Я понял. Задание выполнено. Противник устранен. Ой. Блин, она реально бешеная. Она по всей карте. У меня такое ощущение, как будто она... Хочет как можно больше километров внутриигровых набегать. Интересуется, где слушайте, Андрей. Слушайте, наверное. Андрей! Он в Сидж играет? Ой, то есть он в Грин, да. А его уже, он не работает сейчас. Там АБТ типа сделали? Да? Или нет? Да. 24-го АБТ должно быть. Выбирайте оперативника, господа. Я уж что-то жду не дождусь. То есть типа пару дней не будет работать? С 22-го по 24-й не будет. Вот это да. Слушай, они сейчас опять окопаются там. Что делать-то? Где? Ну, точки. Ну, они мир, и тогда нормально. Они и ток пустили, и миру ну, может, с офисов попробуем, не? Нужно найти ким-контейнер. Ну, сейчас вот. Я взял хибану, поэтому мира не помеха, если Тэтчер собьет генераторы бандита. Конечно. Да, тут это было бы неплохо. Поздравляю. Команде удалось найти ким-контейнер. У них есть лечо. Лечо. У них этот... У меня пусть... тоже есть лечо в холодильнике. Пробили дырочку себе, они в... Мастерскую. В мастерскую, да. Там у меня Deathmatch Dragon предлагает Ведьмака 2 для Гога. Но, видимо, Ведьмак 2 вообще у всех есть. Так там Ведьмака второго всем, кто в закрытом бета-тесте участвовал, должны дать. А-а-а. Да? Блин-то, да. Ключ. Ведьмак, по-моему, второй стоит 40 рублей на этом. На платье. На стиме. В стиме. Не, ну... Да, его в стиме за копейку еще давали. Если со скидкой, то да. Так, на мониторах никого.
Там что-то я не понял, дверцы сломаны или мне кажется? СВГ сломал, камеру сломал. У них этот... Мира есть? Да? Там минус. Ну я там сломал окошко мира. А CCTV заняли, нет? Не знаю. Не да, знаю, я там. Буяня. Бля. А у меня уже мира внизу, блять. Как она успела? Я же говорю, там. Бля. Там дырка, они сделали дырку. Ну я знаю, я посмотрел так на дроне, вроде не... Устранить врага, я буду наметь охрану контейнера. Блядь, сука, с дробовиком. Откуда Саня? Ну... Справа, она слева. Она с первого подорвала меня. А повалила. А повалили с точки у нее. Как тебе попасть-то? Привет. Дымовуха. Блин, что делать? Между шкафчиками на. Вон, нога торчит. Нога. Хорошо. Заходи, Глеб, прессуй. Пока там Заки по ним стреляет. Давай, Глеб, тыми там. А ты, Заки, заходи и прессуй, пока Глеб по ним стреляет. Где прессовать-то? Противник здесь. Там где Глеб? Давай! Да, блядь! Ну я же вроде прям в голову. Да, ну, да, прям... мне тоже показалось, что я в голову стрельнул. Ебать, у него прицел лагает. Гайнинг Стрэндж пишет, это вам не код, который уже 10 лет 800 рублей стоит. Да. Какой код? Ну, первый. Там, без скидки он 900, наверное. У меня все части куплены. Ну этот варчест какой-нибудь 1300 по самым дешевым акциям. Ну, я его, помню, покупал за 450. Ну это, наверное, когда курс доллара после... еще был. Ну, когда нормально был, да. Берем-то. До офиса? Вроде в прошлый раз неплохо получилось. У меня все части, плюс я еще новую купил. Вообще за идеи. Я лучше еще раз дом куплю. В четвертый раз. Дебил, что ли? Ну, куплю физическую копию на ПК тогда. К обороне. Враг не должен обнаружить его контейнер. А ключ продам. Ну, это еще ладно. Камера установлена. Мне тут только коробка нужна, по сути. С диском. Противнику удалось обнаружить контейнер. А вдруг потом PC-версия там русская Дума будет там на eBay, там, не знаю, 100 тысяч баксов стоить. А у тебя диска нет. Ловушка есть. Я думал заказать английское. Вот здесь вот есть еще одну поставить. Там же русик. Остается 10 секунд. Вот здесь вот. Есть еще одну? Осталось 5 секунд. Разведбот противника обнаружил контейнер. Выявляй стену. Ставлю СОГ. Галевочку поставил. Твой-то сифор под дверью слышно, по-моему. Какой? Вот этот, то есть его писк. Его писк под двери не проходит ли часом? Не. Простреливает кто-то. Вешка, наверное, опять. Что там есть кто, мэть? Не. А вот там, возможно, есть в двери. Да-да. Ребят, ломаются. Ломают, вот сломались. Мэтью. Да ну нахуй, блядь. Это хибана? Да. Это хибана. Откуда? Да, с твоей этой, блин, комнаты или нет? Ой, да ёб твою мать, ну как зачем ты это делаешь? Извини.
Блин. Да не извиняйся уж, чё. 4-4. Блядь, хибан уже около точки. Около точки хибан уже. Ты почему-то упрямо спиной к трассерам стоишь. Чё-то Саня уже не первый день, блин, убивает своих. Руки трясутся. Захват идёт за... Группа провалила задание. Ну все, пора мне работу работать. И Вегасом ему пора работать. Давай еще карточку. Давай. Все, всем ну еще ну, Денис, ну ты че, ну че ты все время вот на фиаско, ебать, подсорпиваешь эту тему. Хороший аргумент, но я пошел работать. Ну пошли, поиграем. Не-не-не. Надо выиграть, Денис. Ну ты же знаешь, что надо выиграть, а потом уже надо идти работать. Надо работать. Отдыхать. Хотя ладно, похуй, давайте еще один. Не хочу работать. Пойду покурю хоть тогда. Покурить можно, ладно. Ну сейчас-то хоть не я заруинил. Последний раунд. Да никто не заруинил, мы просто нормальные игроки попались. Вон, чувак, его схибан, 15 киллов. Не репортили, видимо, давно. Ты... Чё такое? Я поиграл бы. Чё это было? Я поиграл. А инфакт будет все лето? В июле инфакт будет? Конечно. А то у меня там днюха будет. Николай Должанский, дис на Диану Шурыгину. Должанский. А, это из Дома 2? Да. Валт 77 пишет, обожаю, когда Глеб уговаривает еще одну катку отыграть. Да ну нет, ну это очень критический момент. Я ненавижу заканчивать с проигрышем, когда... Кто-то отваливается после проигрыша, это просто вносит диссонанс в мою психику. А чё отменили-то? Вы все не дайте мне рекрутом с трубовиком поиграть. А, я ливнул просто. Ах, 3 часа, 50%. Так, стоп. Юрил пишет. Заки, кстати, в новом обновлении Сиджи нельзя будет ливать вот так вот в ранкеде, так что дропайте матчи пока можете. Спасибо. То есть, Это они же. Ну и хорошо, они нормальные. То есть, короче, не будет вообще писать ники. Либо просто... Ну, правильно. Давно пора. В Overwatch, по-моему, с самого начала такое сделали. Ну и в CS каком-нибудь да говяном. Да я даже из тупой этой аркады, блядь, 3 на 3 ливал, нахуй, мне штраф дали. Чего? Там аркада 3 на 3 есть, даже там, блядь, штраф дают, если не платят. Блять, Достоевские бомбы, лучше б я, блядь, работать пошел. Ну заряд, да, это не очень хорошо. Да нормально. Нормально, покатит. Еще и голографик прицел, сука! Я тогда вообще перестану играть, пишет. Ех, бой. Нет, ты тогда наоборот начнешь играть, вместо того, чтобы полчаса тратить на то, чтобы ливнуть при виде двух одинаковых ников. Не, ну как знать, бывает клановый вообще на бас. Ну вот нас сейчас вот эти размудохали, типа, и ни одного, смотри, кланового нету, ника. Ну это эффект плацебо просто, как и вижу. К обороне, не дайте врагу пройти. Кто сверху задел? Я? Я могу. Взрывчатка обнаружена. Готовьте оборону. Усилила стену! Всем. Враг обнаружил взрывчатку. Гранаты нас больше не потревожат. 10 секунд. Испугнул силок. Осталось 5 секунд. Установил девайс. Заканчив. Враг обнаружил заряд.
пол укреплен. А, блин, еще одна стенка. Вот там все заделано, что надо было. Видимо, да? Если ты люк пропадал. Откроют, скажите, пожалуйста, мне. Я заделал. Потому что я там лежу. Люк какой, с крыши? Ну, да. А самый главный. Не, не с крыши, с на точку. Не, вот Сань бесстрашный, баррикадирует двери там. Откуда пальба идет? Так, около библиотеки что-то ломали. Да-да-да, там дрон поехал, и машинка поехала по коридору. То есть и дверь сломали. Шакала убил. Хорошо. Блядь, меня, сука! Столько всего случилось за одну секунду. Меня шок-бот ударил, меня заспотили, меня Эшка убила. Просто с трех сторон. В три смычка разобрали. Такой кошмар. Блин, Глеб, ты че лежишь? А где Эшка-то? А че? Эшка была возле библиотеки. У нас шокбот ломает все эти. Стена? Они со стороны библиотеки, сука. Да, с той лестницы? Ну, Эшка была возле библиотеки, остальные не знаю где. Я смотрю дорогу с красной, с окна с маленького и с... С, так, ну, Эшка вот этого входа. Простреливает, короче, двигатель, двойную дверь. Свечуха, там. Где? На втором этаже, там где, ну как вы называете, вот этот длинный холл возле библиотеки, вдоль окон. Свечуха оттуда идет, подходит к двойной двери. Все, сбила сейчас камеру. Я... Да, сейчас ты увидишь, Глеб. Я оглушить... Смогу, там кто-нибудь есть на точке? Да, нет, да, никого. Понятно, нет. Я понял. Забежала в двигатель забежала. Заки, прыгай вниз, а Глеб оглушит. Давай, Глеб, там два человека в двигателе. Да пиздец. Все, Глеб, просто ты один. Пиздец, с этим прицелом. У вас 15 секунд. Ставят, кстати, на Б у тебя. Бля. Ну пиздец. Группа провалила задание. Ай. Ну вот Наде зато нравится карта. Высокие потолки. Топовые камеры. Мне больше понравилось, как меня Слэдж обошел через, блин, курительный комнат. Молотком по лицу? Нет, ударить. Потому что я думал, просто в курительной заке ты сидел вроде бы, а он меня бы с нее и обошел. Или ты съебался оттуда? Я там сидел. Но я там никого не слышал. Не знаю, он просто... Но я сидел за стойкой, по-моему, там никого не было. Может, он через холодильник зашел, блядь, хуй знает. А, Юрил спрашивает, это на основе реального кафе, и был ли я в нем? Нет, конечно. По-моему, Достоевских много в Москве, не? Найдите заряды с помощью бота. Бот обнаружил взрывчатку. Так, около по картонке есть. Начнем через 5 секунд. Он просто тут... взорвал, да, сорвал, есть... сорвал, сейчас вылезет. Спанкилит. Сейчас куда сразу. С картонки, с картонки. Бля, где я появился? Питер, Питер. Бежал на коцу.
Чё там на рояле? Не вышло же. Во. В рояле есть смоук. На третьем, да? Да. Активировал бога. А где он? Ставлю кассетный. Хуй знает. О, да, ты прям... Красотища, я это видел. Что-то много дырок образовалось. Заняли, да, второй? Да. Ой, последний вы смешки. Вот эти все вообще. Бандит убил. Оп. Вот это прикол. Он под скайлайтом был. Поднимите. Последняя валькирия, вот она. Блять, я себя подорвал. Эй, ну поднимите. Алло, куда вы стукнули-то? А, блин. Где она? Сейчас сюда сифор прилетит. Будет клево. Она на Б. Перезаряжаю. На Б. Победа. Противник нейтрализован. Куда он сифор кинул, чё-то не понял. Она что-то взорвала сифором и полезла вот в эту... Смотри-ка, я пострелил щель. Почти туда же. А я просто дырочку хотел в полу сделать. Говорят, что это с кафе Пушкин с твердым знаком на конце. Списали. Господи, это, мне кажется, выдуманное здание. Ну, я бы по скриншотам не сказал, что оно особо похоже. По скриншотам? Ой, то есть фотография. А ну хотя там что-то есть вообще. К обороне, не дайте врагу пройти. Заки, ты наверх побежишь? Нет. Взрывчатку обнаружили. К обороне. Сюда надо одну еще. Хлопцы. Наверх заделали. Вот здесь, Заки, вот здесь. Побежал наверх? Заки! Беги вверх заделай. Я же сказал, не побегу сейчас. Ты бежишь, куда ты денешься, у тебя у одного остались реинфорсы. Наверное. Я не знаю, я наугад сказал. Враг обнаружил взрывчатку. Есть около окна, около окна есть там. Какого, на балкончик, который? Меня слышно вообще? Да. На балкон, ну, который, ну, обычное окно с балкона, ну, с крыши, бля. Окно в зал «Горное дело». Двое там. Ой, а кто надымил там уже? Дверь сломали с этого, с балкончика. Трое здесь. Хибана со стороны библиотеки идет. Блин. Еще кого там похитили? Нет, заебали. Как он... Так, запрыгнул. Здесь. Блин. За дверью. Уронил. Откуда запрыгнули, с балкона? Ну да, с крыши, окно маленькое. Блять.
Кого-то добил. Новобранец идет со стороны этой, НБ. На Б, на зашел, Б зашел. На Б. Зашел? Зашел на Б. Ага. Бля! В коридоре. И там же, это, на Б. Она убила его. Пана, на большом зале с высокой большом, крышей. Беги на точку, пока быстрее, ей нет. Быстрее, там, быстрее, быстрее, быстрее. Да на каком? Где она? Я не врубаюсь. Да беги, она не на точке. Все, здесь она, здесь. В коридоре здесь, ломает вот. На... Пометил. Она смотрит в потолок. Давай! Блять. Да ёбаный, блядь. Сука. Мой косяк. Привет, Лостман, один. Нужно отыскать заряд. Они не защитили, да? Нет, не защитили. Что-то? Ну они на рояле. У вас еще 10 секунд. Не, на третьем. Понял. 5 секунд. Удалось вернуть деактиватор. Задача найти и обезвредить заряд. Да просто снизу. Из холодильника, из кладовки. Там один, что ли, был на холодильнике? Ну, Мира там сидит. А, значит, двое. В смысле, на третьем. Денис, куда ты смотришь, там валькирия может свалить сверху. Возможно, свалилась. Деактиватор на крыше. Вы нашли деактиватор. А, я ее ранил. А, там вообще трое в холодильнике было. Че они там делали? Денис, может, скопируем? Где она? Мира в холодильнике была. Да, валькирия. Блять, нихуя ты резкий какой, как понос. Денис, давай вместе иди. Двое в холодильнике. Греб, за меня становись и ставь. Остается 15 секунд. Взрывчатка обнаружена.
чуть левее там тогда. Блять, все, Глеб. Вставай. Там у тебя мира. Еще 5 секунд. Да блять. Команда ликвидирована. Ёбаные задроты задолбали уже. На крыса со своей платиной пришел. А ты? А я изначально был. Логично. Че, брат, будем? Все то же самое? Да, да, все равно, в любом случае, самая простая точка. Как бы мы на ней не сливали. Я вверх заделаю. Да я просто ник того чувака открыл посмотреть. Я вверх заделаю, уровень. Куда ты побежал? Ладно. Взрывчатку обнаружили, к обороне. Всем, всем, враг обнаружил взрывчатку. Усиление готово! Пора сменить! Камеру запустил. У вас 10 секунд. Враг знает, где искать взрывчатку. Остановите его. Девайс готов. Поставил устройство. Я, кстати, не знаю, пробивается вообще этот потолок или нет. Какой потолок? Сейчас, погоди. Блядь, это откуда взял? Вешка заражена. Откуда были? Блядь, пиздец. С красной лестницы. На точке уже. Она уже. Этом на. Бля. Не сам кетышка. Убили ее. Ой, блять, тут окно сломано. Рашер, пидарашер. Да, почему второй сын? В коридоре бак. Капкан, в коридоре, да, бак, он в эту. В коморке. В коморку маленькую убежал. Угу. Там, где грязное белье. Опять в коридор вышел. Бак к Б подходит. К Б. Вот он. Деактиватор. Последний наверху, это слэдж. Я скажу, когда где актуатор будет подходить. Он сверху, да. На красную побежал. Не высовывайся, если ты... Нет, не знаю. Саня, он здесь. Ой, Дим. Дима. Он на красный. Дим, он на красный. На ползет, красный. Ползет. Отлично. Задание выполнено. Червяк, блядь. Как жоп поднимается медленно. Как дерьмодемон. Ну я, кстати, отослал двоим пидорам репорт с одинаковыми аватарками. Один из них за Эшку был, но второго аватарка с такой же рожей была, я ему тоже кинул. Чего они защитили? Третий? Вверх. Вверх защитили, да. Ну, значит, они возьмут. Надо снова, значит, сверху. Они возьмут, наверное. Они забор. Же не первый, блядь, возьмут. Все. Заходим, короче, на третий этаж, ломаем им люк и, как и в прошлый раз, всех убиваем. Изи-пизи.
найдите заряды с помощью бота. О, они взяли первый. Чё-то мне это не нравится. Они же не нубы, зачем они это сделали? Вот там клейморы под окна поставьте сверху. Кого есть? Касл имеется. Маленькое касловское окно тогда, наверное, не выносите. До начала 5 секунд. На которое ты смотришь? Ну нет, который вот на лицевую сторону идет. А, ладно. Что случилось? Кто-то кого-то поцарапал. Че, может через морозилку один плечик пойдет? В смысле, вот эту не ломать дверь? Нет, не дверь, окно, вот окно. Это, вот это окно не ломать, я бы сказал. А, отойди, я сломаю. Чё-то не сломалось. Подрываем. Блядство. Эшка, ты нужна тут. Где? Ну тут. Клейморы поставили там, нет? Блядь, уёбок, сука. Сверху спрыгнул. Вообще один хп у него остался. А. Да убил, я его убил. А чё, нет у него кого клейморов? Чё ломать-то? У меня есть. Вот это. А, стоп, всё сломано. У меня есть. Надо под эти-то окна на втором этаже ставить. Куда поставить? Тут где-то камера. Окна на втором этаже, на какой-нибудь. Сейчас поставлю. Перезаряжаю! Че, блять, бессмертный что ли? Где камера-то? Киньте мне дрона, что ли, посмотрите кого-нибудь. Куда кинуть тебя? На камеру не вижу где. Хорош. Короче, я попробую поставить. Готовы? Подожди, я через окно запрыгиваю и ставлю. Давай. Там селок может быть. Разведбот готов. Смотрите. Блять! Не успел выпрыгнуть. Ну, победа. Противник. Фух, пойдет. Сейчас они возьмут, сейчас третий что-нибудь. Ну я думаю третий, они же смогли его защитить, так что, наверное. Да мне кажется, они второй возьмут. Опять. Ну второй они два раза въебали. А, нет, стоп. Вроде, они въебали второй вроде второй, один раз въебали. Они второй, средний. По-моему, один нет. Раз только. Да. Они выиграли два раза в атаке и. Второй два раза проебали. Блин, сложная математика. Нет. Ну хоть не первый. А, да, они же Я просто думал, что они вторую попытку взяли поезда, они взяли первый этаж на какой-то хер. Самая тупая точка, не знаю, нахера ее еще пикать. Валькирия там что-то походу сверху кинула на третьем. Смотри, что делать. Тимбак делает. Тучка, тучка, тулочка, я вовсе не медведь. 5 секунд. Ребят, спанкилить будут. Удалось вернуть деактивацию. Со стороны, не помню, не понял с какой. Короче, они на третьем этаже окна поломали. Аккуратно там.
Бричина есть у кого? Трэпдор сломать. У меня есть молот, а где? Лучше Дима. Чтоб его сифора мне взорвали. Ну вот здесь вот, люк. Робот в деле. Точка-то на третьем или на втором? Да, блин, да ну нахуй, как он меня, блядь, перестрелял? Я хуею. Надо ему репорт кинуть. Yes. А что случилось-то, как так? Да как, я глазом закосил, а он мне хедшот поставил. Через полкарты. Второй, да? Точка? Да. На третьем. А, третий. Док на белый. Бот активирован. Что за бред? Просто пиздец. На красный. Да, они, блядь, повсюду. Ой, бля. Давай, его. Глеб, кидай в них молот. Долго ждешь, не будешь. Ой. Пятьдесят секунд, хлопцы. Сейчас мы с пацифистом прорвемся. Хорош, хера себе. 30 секунд, парни. Беги, тебе ставить надо. Слева, смотри, в дырке кто-нибудь может быть. Ставь. Это в последнюю секунду убили, да, Сань? Или вы ставили уже? Я ставил, Сэл. Кто так Форостюху убивал натурно? Я. Красавчик. Из дробовика? А, или это... Так, ну что, опять берем поезд, да? Да, конечно. Да, да. Заки, под окно мира поставишь этот? Угу. Тогда взорвали они. В смысле... ток? Да, генератор. Будьте начеку. Я наверх. Заки. Блять, Заки, ты слышал меня? Надо было. Да. Надо было. Это... Противник обнаружил заряд. Дока. Ну надо было, блять, дока. Дока это, ебнуться молотом. Ну конечно, я в тот момент об этом не мог подумать. Ты хоть раз убивал молотом? Нет, хотя бы не лежачего. Ни разу. Заки, нет, даже лежачего. Лежачего тебе. Более да, лежачего. Я двоих или троих живых убивал молотом. 5 секунд. Двоих я записал, да. Враг обнаружил заряд. Записал свою книжку. Заки, Заки. Блин, не поставил 5. Есть ловушка. К двери не подходите. Так, ребят, вот тут висит сифор. Под ним уже не ходите. А то я не виноват, короче. Так, на третий ломец. Воу! На балкончике глаз. Аккуратненько.
На третий ломится. Блять, сука. Меня твоя эшка убила, блять. Вверху это фьюз. Кончился фьюз. Блять, сука, пидор. На первом этаже эшка. Ты ж не перестреливал. Да я знаю. Бля, где эта машинка? Блять, какие есть у нас опции? Давайте, парни. У них всего один задрот остался, хотя не, у них два задрота осталось. Так, эшка бежит. Блять, вижу. К паровозу, к пацифисту. На третьем камере. Если ты... Блин, я не знаю, безопасно ли в библиотеку пробираться сейчас. Короче, да, напалит вот эту двойную дверь на... В библиотеку побежала, парни. Так, да, она в читальню пошла. Враг нашел заряд. Эй, у нас... Глеб, выходи. Да, блядь! Один оперативник. Откуда? Заки, ты один, они все там. Как она зашла уже? Ну как она зашла уже? Блин. Пиздец. Пиздец. Я внизу все бегаю. Провал. Группа устранена. Вот это тайминг. Давайте-ка выиграем. Че, они третий опять возьмут? Ай, как напряженно. Вот, слушай, а нормальные ребята, у нас не вторую игру подряд 4-4. Это не может не радовать. Я хер знает, это не может, это не может меня радовать. Я бы сказал. То, что мы так... Такие же задроты, как они. Да почему задроты-то, господи? Мы все играем так, серединка на половинку. Ну а чему ты радуешься? Они тупят, и мы тупим. Ну, я радуюсь тому, что нормальное противостояние. Адекватненькое. Ах, суки, они взяли поезда, что ли? Или это кухня? Да, поезда. Ну, слили же они поезда, вот и взяли. Давай, выйдем. До начала 10 секунд. Они друг друга коцают там, что ли? Это я коц. Бандиты три раза накоцал. Спанкилят, ребят. Удалось. Надя засняла полет фьюза. Хе-хей! Это я понимаю. Получи эмигранату. Это другое дело. Ну, это один из задрот. Осталось два. Славненько. Лидер Тартага. Ну, Глеб, ты переоцениваешь их мощь. Что там на третьем? Ну вот на самом рояле вроде как чисто. Запущу бота. Да, пульс на рояле чисто. Ох уж не знаю. Что-то мировское окно сломали. Я сломал. Слушайте, а третий, походу, вообще весь пустой, я что-то проезжаю. Ну да, вроде пока чисто. Такое ощущение, да, что все вообще чисто, можно заходить. На Б? Ну да, там, в принципе, особо не смотрится. Плюс я там камеру сломал. Валькирия. А этот пульс был? Пропилите потолок-то. Иду. Ну я красную смотрю. Вы что, заняли? Угу. Третий, что ли? У них эко есть, поэтому парни тут тупить не надо, то он нам собьет все каски.
вместо на белый. Готовлю бота. Блин, в поезде, который справа. Ну, постоянно. Заки, посмотри, чтобы не было. Пошли, я гранат кину. Где посмотрю? Блять. Сука. Просто на шару кинула, мразь. Да, блять! Он в поезде в самом центральном сидит. Я жду этого. Ой, блин. Дефьюзер. Yeah. Дефьюзер не был. Да прыгай, Глеб, прыгай, 15 секунд, куда ты идешь, Глеб? У тебя выбора уже нету. Еще 10 секунд. Ой, блядь. Да ёб твою мать! Извините. Вы потеряли деактиватор. Ну, это... Блядь. В прошлый раз Саня затащил, теперь затащил крыса. Да это, блядь, ёбан мне ток света, блядь. Просто потрясно у нас тебе получается играть. Ай. Ну я двоих там мог положить, сука. Все нахуй. Теперь я точно работаю. Ты бегал так среди игроков, пиздец, блин. Я... Давай, пока. Потерялся. Так, ну, блин, надо было убивать их. Я и там и бегал. Костян, может быть, подойдет? Может, там Андрюха? Давайте, позовите. Нет, точно. Есть. Да хорош ты чё, ну блядь. Ты чё, на работу, что ли? Конечно. Ну давай последний. Нет. Давай, хорош, что ли, надо выиграть. Да ну. Да, классные новые гарнитуры играешь. Приятно слушать. У меня в будни вообще нихуя не... Да ладно, забей. У меня батарея детская. Ну что, всё? Ну я написал. Не, погоди, ну. Ну блин, ну крыса вышел. Все. Может. Еще два человека, что ли, придет? Ну, Костян в сети. Ну, Костян лучше придет. Ну, давайте, пока. Счастливо. Давай. Зачем? Сайт это офлайн. Ну все, короче, сейчас стрим выключу. Выпускайте Андрея. А че ты выключил стрим? Ну я не выключил еще, но сейчас же Костян сказал, Костян же придет, ругается. Да. Он не хочет. Пацифист Андрей на онлайн. Он у тебя вроде в друзьях есть. Да, онлайн. Firefly пишет, зовите токсичного. Ну, ну я здесь же. Он про Андрея, наверное. Ну да, я понял. Нужен негатив, зовите Андрея. Да все из-за того, что крыс пришел, мы же до него выигрывали. Кто такой фьюрплеер? 007. Где? Друзья добавляет. Понятия не имею. У меня такого нет. Не в первой катке мы играли с ними. Да вроде нет, я такого ник не припомню сегодня. Ну чё там? Костян вроде написал, что сейчас будет. Андрюха пока молчит. Ну давайте, я стрим все равно завершу тогда. Давай. Ладно, всем пока. Спасибо, что подписывались. До свидания. До скорых встреч. Счастливо.